Nippon Ichi Software presents. Из новостной выписки. Селестия решила отложить запуск пушки Армагеддона, на что Преисподняя, которая была под прицелом Селестии, ответила: о чем мы и была речь, о чем мы и говорили. Все-таки разговор Криса с его братаном возымел какие-то успехи. Мы себе отсрочили немного уничтожение. Так, тут мне никто не появился, да? Так, они у меня есть, да? Нет. А, нет, есть еще. У меня отсутствует пока что надзиратель. Находится в экспедиции. Да? Вот когда? Если я не ошибаюсь. Ох, ё-моё. Зары и Мяв сразу же себе внесли баллы, да? Здорово, Мяв. Блин, почему с телефона не показывает, а? Проблема в том, что с телефона не показывает, кто когда вносит. Я просто на ПК взгляд кинул и увидел. Здорово, Зарагустра. 20% уже, да? 68 тысяч собрано. Ох, не маловато. Не успеваю, не успеваем, да, походу, за месяц набрать. Как вы, ребят? Как ваш денёк? Что-то я еще хотел посмотреть, да? Эти есть. Эти есть. Боже мой. Вот это ножки в чулочках, блин, а. Я уже думал, разговаривать со мной больше не будешь. Вообще, да, все. Все, ты со Сагири нас вчера очень сильно обидел своими словами, что все, я пошел баллы фармить на другом канале. Мы с Сагири были в недоумении, сидели, хватались за голову, думали, что такое, как так можно? Да не, нормально все, на самом деле. Я тут никого же насильно не держу, ты же знаешь, Зара. Так, стоп, у меня же здесь изучено все, да? Даже не, вот. Или нет, берем. Нет, да, пока еще изучают. Ну ладно. Пока оставимся со мной. Трава надо куда-нибудь отправлять, наверное, чтобы он больше левелов себе поднимал. А тебя мы мяф не делали, да? Как персонажа.
Так. Сколько у меня их вообще здесь? Ну, допустим. 256. 218. В принципе, еще место есть, да? Место еще есть. Надо слабеньких уже отсюда выкидывать всех нафиг и только сильных оставлять. А тут именно... Мяв, обижаешь, мяв. Ты посмотри. Ты сейчас... Ну, сейчас ты увидишь, наверное. Хоть кого-то-то, я думаю, ты узнаешь здесь. Смотри. Видишь ник? Знакомый ник? А вот этот вот. А вот этот. Может быть, вот этот? Вот этот. Не узнаешь людей? Без чата? Не, ну я так и думал, да. Тогда нет, никаких именных персонажей. А вот это вот, не узнаешь этого человечка, а? Вот сейчас скажешь, ты ее не узнаешь? И тебе будет очень плохо, мяв. Ты не можешь сказать, что ты... Чё-то знакомое, да? Да. Лен, ты здесь, Лен? Тут, кажется, мяв тебя узнает. Как-то одним глазом. Здорово, Вальдер. Чейзерс пока что под вопросом. Если сегодня будет 3 стрима, то Чейзерс будет вторым стримом. Если будет 2 стрима, то Чейзерс сегодня не будет. Потому что в планах, возможно, вечером, после 6 вечера, запустить Медевил. И допройти его уже. Так что да. Это не капа 6, да, это не капа 6. Это не капа 6 ни разу. Я вчера... я сегодня скидывал новость в Discord, да, то, что Рафаэла Каппа, не Карра, ушла в мир иной вчерашним днем. Это протесты? Это пираты? Что это? Так, о, я хотел с Вероники посмотреть кое-чего. Кое-чего. Ну вот, знаешь, блин, вот я сейчас смотрю на пятую часть, и у меня такая теплая ностальгия по первой части. Там так, ну, там так комфортно было. Там вся часть крутилась, да, вокруг, скажем так, подвальчика в замке. Даже не подвальчика, да, а тюремных помещений в замке. И так все комфортно было. Есть какие-то, знаете, цвета такие все, там, пестрые. А там цвета такие, знаете, были там, вот как вот, в средневековье, да, камень рядом с огнем, который расположен. Вот цвета мягкого кирпича, что ли. И музыка такая приятная играла, блин. Да, здесь ничего нового, да, пока. Да. Женя, Гош, ты в порядке? Я уже переживаю, чат тебя не любит, музыка громче тебя. Музыка громче меня? Спасибо, Жень, спасибо. А я тут... Подожди. А где... Я не помню, где этого, подожди, было. Не здесь? Нет, не здесь. Не здесь, да? Подай курсор. System Battle Commons Player Present Work Save, Auto Save. Не, не здесь. Не здесь. А, нет, стоп. Нет, не меняй язык. Здесь, только в другой странице, да? Вот. Ну, давай вот так вот сделаю. Ну, мне кажется, это перебор. Ну ладно, давай так сделаем. Как это, Жень? Я ты зачем тайну выдал? В смысле тайну выдал? То, что чат меня не любит? Да я знаю эту тайну, мяв. Это я знаю. Чат меня никогда не любил. Чего со звуком человеку не поможете? Вот да, Женя приходит, то со звуком помогают. Это я заметил. Чего-то я хотел посмотреть, а? Так, Вероники, да? Что? Что я хотел ей посмотреть? Или я ей уже поставил что-то, да, в прошлый раз там? Как-то, Жень, как твои дела, рассказывай. Спасибо, что на стрим зашел. Это неожиданно и приятно. Скажу я тебе, да. А, ушел работать. Ладно, Жень, ладно. Спасибо, да, на том, что был. Хорошего тебе рабочего дня. Вот это я не особо понимаю. Позволяет использовать экипировку в качестве атакующих предметов. Основанная на атаке. Сказать, что я ни хрена не понимаю, вообще ничего не сказать. День только начался. Встал в 5. Кошмар какой, а. Когда ты вставал в 5 на работу, да. Было дело когда-то. До сих пор, блин, вспоминаю. С диким, ошалелым взглядом. Как ты, Вальдер? На чем вчера там, кстати, Ривери остановился? Он вчера прошел, не прошел, как? Хейдес. Я вообще ничего не понимаю. Бывает. Бывает, Зара.
Тут в целом можно разобраться, но без бутылки сложнее. Так, точность повышается. Ага, атака. После атаки уменьшает скорость вашей цели на 10%, понятно. Атака на 100% выше, когда атакуете летающих существ. Слушай, неплохо. Неплохо. Но. Сначала нужно вот это вот мне. XP. Мана. И вот это вот. Ну, в принципе, это все тоже можно, да? Дорого. Что так дорого-то? Давай вот так вот. Все. У Юми все забрали. Больше ни на что ему не хватит. Так, Юми. Иди ко мне. Иди сюда. Так, видите. О, у тебя реально сколько? Так, подожди, в смысле? А, я ж только что ему смотрел, правильно? А, что за дела? А, все, это уникальное. Все, это я уже туплю. Все нормально. Давай, раз, два, три. И осталось три слота, да? Атака увеличится на одну единицу. После атаки... Так, атака уменьшает скорость. Атака на 100% для летающих. Ну ладно, летающих мы не так много встречаем, поэтому сделаем вот так вот. Отлично. Это норма, у меня всегда такое. Всегда никогда ничего не понимаю, да? В этой игре это норма. Здесь надо сидеть и разбираться. Иначе ничего не понять. Так, морф 64 пока, да? Что там, про геймеру совсем плохо в экспедиции. Бьют его там сильно. Ладно, погнали, одну комиссию по сироту пройдем. Хотя нет, стоп. Давайте не по сироту. Сейчас, наверное, кого-нибудь отправим все-таки в Чара Ворлд. Где он тут? О, сундучок прилип. Классно. Палка русалки. Так, Чара Ворлд. Кому? Гоплоешки. У гоплоешки 0 маны, да? Да, недостаточно маны. А, он в экспедиции, понятно. Юми 67, но он может там выжить. Давай, Юми, тебе. Демона лордо. А, нет, это слишком, да? Погнали. Еще максимум 1550 баллов можно нанести. Здравствуйте. Потому что... Юля, потому что у тебя максимум 1550 баллов, наверное, да? Посмотри на свой... на свое количество баллов. Максимум можно только 2000 вносить. Вот теперь я знаю, сколько у тебя баллов, Юль. Я теперь знаю, что ты очень редко на стримах появляешься. Вот так вот. Ты себя сейчас выдала. Простите, все ты себя выдала, Юля. Вот так вот. Приветики тебе, Юля. Рад тебя видеть. Юля у нас редкий гость на стримах. Вот все. Вот тут-то мне все стало ясно, а? Нет, не соси мою ману. 67 маны высосала. Вот падла какая. Раз, два... До свидания. Чёрт, да вот так, Юля, вот так, все. Вот так вот. Теперь я все знаю. Полечи меня, пожалуйста. Да, ты устал? Да, я устал. Полечи меня. Придется, смотри, ну вот-вот придется опять. Все за баллы, а. Не, чтоб вот просто прийти так душевно, говорит. Стоп, сюда. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Сокровища. Да, мне нужны деньги. Спасибо, 3000. Много. Три. Или пять. Так, это мана, да? О, восстановили мне ману, отлично. Все, что забрали, все обратно восстановили. Как твои дела, Юля, расскажи мне. У тебя все хорошо? Осуждайте меня, у меня одна пяты. Кошмар. Так вот. Сегодня я узнаю, да сколько люди сидят на стримах. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Два хода я могу только один делать. Ладно, так.
Сколько? Даст мне один ход лишний. Спасибо. Спасибо, это было так мило с своей стороны. 5. Раз. 2. Обратно. Я лучше сюда пойду. У меня такая новость, но чат начнет обзываться, если скажу. Скажи, что у тебя за новость такая. Я надеюсь, у тебя все хорошо? Вот ты начни с этого. У тебя все хорошо? Сколько там уже баллов набрали, а? 23% пока набрали. Не, слабо. Мы, кажется, не будем с вами играть в Blasphemous. Ой, очень слабо. Да, конечно! Нет, вот так вот сделаю. Я не хочу на красный вставать. Ой-ой-ой, нет, стоп, раз, два, вот так вот лучше. Полечимся. И не покалечимся. Раз, два. А, ее атаковать еще надо, блин. А. Раз. Два. Так, а где вообще... Где у нас лана? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Повысили себе скорость. Да, тренировки с ниндзя. Все прекрасно, мне пришла моя видях. Ууу, поздравляю тебя. Очень сильно за тебя рад. Это очень хорошая новость. Раз, два, три, еще левелап. Опять скорость. Что-то нашему юнику прям везет на скорость. Где? Дайте мне посмотреть. Стоп. Я забыл, как смотреть. Look around, вот. А, ну все, в принципе, недалеко, если что, у нас конец нашей настольной игры. Раз. Два, три, четыре. Пять. Рестлер. Похоже, ты будешь моим следующим оппонентом. Ладно, я выкину тебя с ринга прочь простого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это он меня кинул, блин, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творит, а? Что творит? Так, допустим, сюда. О, подарочек. Отлично. И сюда. Так, мне нужно что-то делать срочно, стоять. У меня есть предмет, мне нужно ими воспользоваться. Тю-тю, я с ним... Так, нанервничалась, капец, конечно. Первый и последний раз заказываю что-то дорогое из-за рубежа. Ну его нафиг. Нет, ну главное, что все приехало. Это реально очень классно. Я прям реально очень сильно за тебя рад. Так, 6. Раз, два, три, четыре, пять. Ах ты, ядрён ты батон, а. Если раз, два, три, четыре... Сори. Раз, два, три, четыре... 4, 5, 6. Вот так вот сделаем. Сколько? На 2, отлично. И еще один нужен такой же. Раз, два, три, 4, 5. И 6. Ну дай мне что-нибудь хорошее, пожалуйста. Ну нет. Нет. За что? Я снял все проклятия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, уходим отсюда. Мне здесь не нравится. Мне... А, ну хотя... Пять. Раз, два. Три, четыре. Только не варпы, пожалуйста. О. Ура. У меня хорошее настроение, отлично. Раз, два, все, валим. Все, да. Я хочу отсюда выйти. И, кстати, Почта России немного... Воспряла в моих глазах? Нифига себе. Да нет, ну с какими-то посылками у них реально нет никаких проблем. Я, например, сейчас с деком намучился на самом... Ух ты. Мабури. Суй-суй. Увеличить количество слотов? Подожди, стоп. А если здесь? А, это выучить новые велики. Нет. Давай, Мабури. Забираем рыбку. А ты что, ты злобная здесь у нас, да? Которая ничего не хочет. Давай, забираем рыбку, уходим отсюда. Так себе, конечно, ну ладно. Чё с Дэк сделал? Они мне уже третий день могут заказ доставить. Завтра ждут доставку. Я ожидал вчера доставку весь день, поэтому стрим вчера был поздний и один вместо трех. Я в пятницу ждал их доставку тоже, вместо трех стримов только один был.
Короче, блин, все настроение попортили черти полосатые. Там мне квест новый дали или что? Или я что-то пропустил? Не, наверное, не квест, да? Наверное, что-то другое дали. Так, а что дали? Или это экспедиция была? Сейчас поглядим, что это было. Нет. А что случилось? Не знаю, что случилось, но что случилось. Bring home, bring home. Нет, значит, не то. Может, кто-то родился в этом ферме. Я что-то пропустил информацию. Чем объясняют высокая загруженность в компании? Типа, это им помешало позвонить мне и предупредить меня, чтобы я их не ждал. С Влад они иначе, на самом деле. Отвратное поведение у компании. Я вам видео два раза разочаровал за пару последних месяцев. У них тоже дичь с доставками. Сейчас везде с логистикой проблема, на самом деле. Вообще везде. Но это как бы не отменяет обязательств компании перед своими клиентами. Можно просто банально позвонить, сказать, так-так, извиняемся, мы там не успеваем. Не бейте нас, пожалуйста, очень сильно, да? Не надо, но мы постараемся как-то загладить свою вину. Но нет. Сама такая, простите за выражение, говняная компания в своей сфере, избегаю их всеми силами. Вот я, походу, теперь тоже буду избегать. Ну, потому что свинство. Это просто свинство какое-то, а? Мне прям не понравилось. Так, все. У меня тоже все нормально было раньше. Сам отправил тоже посылки, и, ну, нормально все было. А, нет, вру, я не с деком, я деловыми линиями отправлял, как. Или с деком тоже, не помню, надо посмотреть. Ну, сам факт, что да, как бы раньше с компанией не было никаких проблем. А тут прям беспредел какой-то. Беспредел? А, это то самое место, где меня наваляли вчера, да? Я же забыл, нам вчера наваляли по итогу. Нам по итогу вчера наваляли очень сильно. И мне это не понравилось. Прям очень не понравилось. Что я могу сделать против этого? Что там еще у меня у Юми? Здесь все нормально. Ботинки нам другие дать ему, да, наверное. Типа таких. Скорость больше, но точность меньше. Ладно, оставим пока. Может, сейчас не наваляют. Погнали. Так, Юль, сегодня вторник, правильно? Правильно. Сегодня что-то ожидается? Скажи мне. Так, мы же были, Seraphina's да? Grabbing onto Killia, а, so да, это было, да. Это было. Сам как думаешь? А вот я хочу у тебя спросить, что это, Сереж, сам как думаешь? А вот так легко, говорит, а сам как думаешь? А вот неважно, как я думал, мне интересно узнать от тебя. Вот так вот. Тоже буду вредничать. Приходите так, знаете, как бы. Только баллы свои получите, а? Ну вот я теперь тоже вредничать буду. Всё, я очень вредный. Я высокоорганизованный человек, у меня четкий план. Да ладно. Убедила. Так что Блашфимуш. Не Фемус. Не Блашфимус, а Блашфимус. Блешимов. Это уж как-то похабно звучит, а? Блешимов. И теперь у них здесь нет легендарного. Ах ты! Ах ты, маленький свинорыл, блин, а? В прошлый раз у него было легендарное оружие, я поэтому хотел у него своровать его, а? Грёбаные эти свинорылы. А я тебя так просто, блин, не оставлю. Буду отсюда уже вам жизнь портить. Так нет, да? А вот так? Тоже нет, да?
Подожди, а если мы поменяем местами? Асагири сюда, а Юми сюда. Ты же двоих заденешь? Какой ты молодец, а. Подожди, а если мы сначала сделаем вот так? Так. Потом сделаем так же. Вот так. И потом Асагири еще здесь добьет немножечко. А так. А потом ты уже стреляй по ним как хочешь. Думаю, будет превосходно. И кого бы сюда еще Зена поставить, да? Сурья! И Гаплой, наверное, сюда. Там Гаплой сделает чай на Асагири, а Асагири сделает еще один ход после этого. Все клево. Блошимост. А у меня, походу, его не будет, да. Походу, у меня его не будет. Как сынки-то пострадали, а? Ты бы еще миллион поставил. А вы как думали, а? Любите кататься, любите и саночки возить, как говорится. Да-да. Да-да. Ты что, все мне и мне одному страдать, блин, а? Непорядок, непорядок. Ну, Рагнарёк, она, похоже, очень прям ностальжии накатила. У нее очередное, делюсь своим мнением. Слишком много баллов требует. Некоторые бы с тобой, кстати, поспорили, у кого баллов много. Угу. Я не намекаю, я просто прямо говорю, да. Так, подожди, давай-ка мы с Юми поменяемся местами. Зен сюда. И делает свою каку. Вот так вот. И потом Юми сюда идет и добивается. Все просто. Все просто будет. Вот так вот. Так, потом Асагири идет сюда. Делаем раз. Делаем два з. Асагири делает три с. Смотрим. Ну вот еще и булит, а. Разве это много? Во, видишь? Вон как мявгает. Это же разве это много? Разве это много? Я не булю, нет. Я не булю. Я человек тихий, мирный, спокойный, я булить не могу. Даже что изредка. Так поддушивать, поддушивать. Так, меня сюда. Дрогенбоу сюда. Я думаю, сейчас у нас будет успешная здесь битва. Воровать мне ни у кого здесь ничего не надо. Так, Вероник сюда. И я тоже разворачиваюсь лицом к врагам своим. Так вот. Ну и давайте. А, она не может ходить, да? А сюда раз. Даже не, давай сюда, Фэтса. У нас как человек беременный. Идешь только вперед. Так. Гаплой опять чай роняет. Нравится ему чай на людей ронять. Юль, седьмым уровнем тебя. Много. Мало, можно еще 1200 добавить. Сейчас аппетицию на эту тему накатаю. А то поставят же. Не надо, ставь. У-ху-ху-ху. Если вы хотите, да? Юля, ты с телефона сейчас сидишь или с ПК? Пойди с ПК, да? А, ты же... Ты смайлики не видела, да, новые? Которые для фолловеров. Ты посмотри на то, что там есть. Ты пошпатри. С компьютера, ты посмотри. Один из смайликов ты точно узнаешь. Ты узнаешь его из тысячи. Видела. Вот самый травы ты должна узнать. Это из твоего любимого Блашвимаша.
А что это была Шмиш? У нас был выбор, поставить этот смайлик или скелета того самого, который пальцами вот так вот мерзко делает. Вот как вы это, девушки, любите. Вот он так вот пальцами делает мерзко. Вот, но в итоге выбор пал на вот эту вот морду. Здорово, Никит. Значит, стример тайно любит Блофимус. Нет, я не люблю Бломифус. Нет, 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 нет. Это просто для вас были смайлики. Если вдруг когда-нибудь мы все-таки дойдем до Блашмуша. И вот, ой, Веронику убили сразу же, охренеть, а как так? А что они такие сильные, а? Алло! Мне это не нравится. Сейчас я еще умру, да? Я не хочу умирать. Я живу. Да ха, иди в жопу, почему он второй раз атакует, я не понимаю. Откуда мне взялась эта тема, что они... Понятно, я умер. Я умер. Подожди, Юми, давай-ка ты, наверное, подкинь Зена. Ой, туда прям можно, да? В гущу событий, но нет. Нет, нет, нет. Это опасное дело. Давай сначала так. А, Зен дополнительно не атакует, да. Давай садишься, поставим. Так. Еще раз. Вот так. Еще раз. Вот так. Отлично. Потом Юми потихонечку подходит. Треф тоже потихонечку подходит. Пока пусть здесь будет. Ну как пальцами надо, покажи. Мяв, тебе показывать не буду. Давайте, сестры, я поддерживаю ваше движение по Бласфемусу. Юль, с тобой мы пока очень плохо знакомы, чтобы вот так вот прям мне показывать, как надо пальцами делать, а? Мы с тобой мало общаемся. Понимаешь? Так. А что ты плачешь, а? Что у меня? Что такое? Я просто не поняла ничего вообще. Ну ладно, хорошо. Будем считать, что ничего не поняла. Может быть, оно и к лучшему. А может и нет. Так. О, а подожди, у меня же Драгинго может пойти и сделать каку им, да? Вот прям каку-каку. А, не добивает, да? Ладно, подожди, хорошо. Ну, допустим, сюда. Совсем плохо в этом деле, да? Иди-ка ты назад пока, сюда вот. Так, Юми. Смотрим, сколько зелий реген потратит у них. Вот так вот, да, тогда. Ну ладно. Здравствуйте, да. Так, отлично. Теперь у них минус защита. И Даргингоу делает свое грязное дело. Но все не убивает. Да что ж такое-то, а? Так, давай. О, отлично. Юми состилил еще одного. Шикарно. Это прелестно, это прелестно. Есть ни к чему сопротивление. Хотя бы так сделаю пока. Они пойдут никак уделать, я уверен в этом. Конечно, урон сейчас будет намного меньше, чем могло бы быть. А давай вот так вот пропускаем. Оп, оп. Блин, боу, живи. О, в ответочку. Ой, вот так вот. Нифига себе, сразу два левела лапнуло. Просто в ответочку пару раз зарядил. Неплохо, молодец. Молодец, молодец.
Иди, Фетс, лечи его. Он заслужил. Он заслужил это. Если Гор захочешь повысить силу на 200к воспитание, то сначала Мяу прибью, потом тебя. Ох, ничего не знаю. Ох, ничего не знаю. Вы хотите, чтобы я страдал в Блашфимуше? Вы этого хотите, да? Блин, вообще надо сюда идти и просто убивать. Просто мстить. Вот так вот, все. Потому что стрелок в прошлый раз мне всю малину испоганил. Это я помню. И это я помню. О. А, ну Гравити Хаммер открылся, все, как в прошлый раз, да. Что так много? Так, а если Зен начнет первый? Слушай, они соединены? Нет, этим? Нет, да. Да что ты будешь делать, а? Птичка таракания. Так. Все, Юми начал стрелять. Хорошо. Давай, Треф, ты должен добить. Сделай гадость маме в радость, пожалуйста. Забыл 58-го, станешь какого? В смысле? Нет, Треф! Позорище ты какой? Как так, блин? Треф! Треф! Понятно. Гаплу, иди помогай ему, пусть он идет туда ворует дальше. Не получается у него пока убивать. Мамин стыд, блин, а? Как так? Гош повышай, да не ведись на шантаж. Если Гош повысит ценник, то хейтить буду. Ты меня и так всегда хейтишь. Никита, ты меня и так в последнее время хейтишь. У меня поддержки вообще ни от кого не осталось в чате. На Твиче. Все булят постоянно. Никакого уважения, вообще ничего не осталось. Никакой радости. Кое-кто порал, сказал, Гох, ты молодец. Нифига подобного. Так, это защита. А у тебя что, пес смердящий? У тебя XP? Давай. О, мимо, мявка. Ой, мявка, говорю, Треф, как ты мог, а? Как ты мог? Я садили вперед тоже. Бахни по нему. А, еще под Аргенгоу попадет, да? Давай вот так вот это сделаем. Значит, мало отнимает, надо что-то и с оружием, наверное, поделать. А почему так? Интеллекта мало, да? Надо интеллект повышать. Определенно, да. Ой, не туда лечу. Не того лечу. Так вот. Если Треф выживет, все будет хорошо. Ты даже не трожь баллы. О, репрессии начались. Офигеть, не поддержишь его. Да, вот и драма Квин. Вот началось. Вот видишь, опять буллинг начался. Я говорю, все как есть, Никита. А? Я ничего не выдумываю. А я говорю, все как есть. Никакой поддержки. Да понял, я понял, Юль, не трожь баллы. Понял, понял. Нет. Я не гиперблизирую. Не трогай его. Не убьет. 2200 крита. А, ну он два раза ходит, потому что у него две головы. Это я помню, да. Но... Вот это один раз должен сходить, да? До свидания, Треф. Не выдержало сердце поэта. На, в обраточку. Так. 71-й. А они смогут? Вы же смогете, скажите мне. Если вот так вот станем. Сколько там шанс? 70, 40, 50. Шанс маленький. А если я поставлю наоборот сюда? 50, 60, 80.
И потом мы сделаем еще вот так на всякий случай. Так. Потом подойдем, сделаем вот так. Вот так. И еще на всякий случай вот здесь встанем, постоим. А я атаку не нажал, да? Я забыл атаку нажать, да? Да. А то силы лапнулись, а. Ну давай попробуем. Вдвоем. Да почему вдвоем? Бери всех остальных. Нет, не надо, Юми, не воруй. Нет, не делай, он умрет. Зараза. Он умер, ну ладно. Все пошло не по моему плану. Когда умер я, когда умерла Вероника. Все пошло как-то не так. И это все? Я вообще ни капельки не удовлетворена. Черт возьми, она в плохом настроении. Она начала так себя вести после того, как сэр Килли упомянул ту девушку Лизи. Эй, старик Магнус, сделай что-нибудь. Отлично! Предоставь это мне! Я знаю ее слишком давно. Эй, йоу, Сера! Слушай, похоже, ты не особо счастлива, да? Ох уж это женская зависть. Не прокатило. Ну-ка скажи мне, кто тут еще кому завидует? Упс. Что за сексизм? Вот так. Эй, Касалия! Только Бро может остановить ее. Эй, иди-ка, приведи его сюда. Кстати говоря, а где Килли? Осуждаем? Ничего не знаю. Нет, нет. Эй, вон там, Флип. Да, он как всегда кушает, не обращая внимания ни на что в этом мире. Он снова ест? О, да. Вообще внимание на порции. Да, неужели у братана в животе черная дыра? Как он может так много есть и иметь такое худощавое телосложение? Ну, как бы хоть он и говорил, что сжигает очень много калорий, но... Черт возьми, да? Ты все равно переходишь все границы. Да. Все это поедание бессмысленно. Твое тело само поглощает слишком много и потребляет слишком много энергии. Такое ощущение, как будто ты носишь за спиной огромный рюкзак постоянно. Неважно, как много ты будешь есть. Невозможно постоянно держать меня позади и удерживать меня. Такой упертый, но чем больше ты сопротивляешься мне, тем больше ты подвергаешь опасности всех вокруг себя. Кого же убьет твое слабое сердце следующим, а? Не могу дождаться, чтобы увидеть это лично. Уф. Шизофрения. Так, может быть, уже кто-то пришел у меня из экспедиции? Никто, да? Очки ночного видения, хорошо. Let's fix you up. О, полечили. Приз, дайте мне приз, что за приз? Что за приз? Это масл, нифига себе. Крутая штука, и она еще легендарная, да. А, еще и зеркало Софии было, охренеть, и опять же таки легендарное, блин. Это меняет дело. Эй, братан, а у тебя случайно не найдется фотографии этой Лизи? Эй, почему ты об этом так спрашиваешь? Ну просто как бы, ну, мне интересно. Если она является частью твоей семьей. Частью твоей семьи. Значит, она является частью моей семьи тоже.
Вообще, откуда это взялось, а? Человек, который Килли считает своей семьей. Но я тоже заинтересован. Я бы тоже хотел ее видеть, а? Тем более, раз сэр Килли решил отомстить за эту девушку. И сюда она... с великолепной женщиной. Великолепной и ненавистной мною. Чё-то не Серафима, ты страшная, а? Это пламя твоей зависти просто распирает. Аж из спины заметно. Привет, вот ты один. Ира, приветики, рад тебя видеть. Да, сегодня лишь один голос вещает в моей голове. Мой собственный. Как твои дела? К сожалению, у меня нет ни одной фотографии с ней. Но я могу нарисовать вам ее портрет. Опа. Правда? Ты умеешь рисовать? А вот, готово. Это портрет Лизи. Нифига себе, как быстро он рисует. Серафима, не могла бы ты мне помочь, а? Я не особо сильно силен в искусстве. Поэтому, да, я не знаю, как его можно оценивать. О боже, а. Приветики, ребятки. Приветствую, Саммертайм. Как ты? Как твои дела? Ну, так как это является искусством сэра Килли, я думаю, да, что он очень продвинут свое, станет очень продвинутым со временем, поэтому никто не может, да, оценивать его. Черт возьми, братан, я не знал, что ты обладаешь такими навыками рисования. А, значит, все-таки Зракен понимает, насколько хорошо его искусство. Да, да, у меня тоже есть небольшие навыки в рисовании. Да, и когда-нибудь я тоже нарисую тебе что-нибудь, бро. Неужели он сейчас, прямо сейчас будет рисовать, а? А вот, вот мой рисунок, бро. О, это было очень быстро. Боже. Слушайте, ну так даже я на самом деле не нарисую, а? У меня все еще хуже с рисованием. Прям намного хуже. Зенич, здорово, спасибо за рейд. Здорово рейдерам. Ну так ужасно, если честно. Ну так, чтобы критично, но было намного лучше вчера. А что случилось, Сир? Рассказывай, что произошло. Как там дела с совой, с серпом на фоне красного флага? Так, а что с совой случилось? Добрый вечер, время родов. Да, сейчас будет время родов, Эдса. Сейчас будешь рожать. Пока. Так, о чем? Расскажите мне, что я тоже хочу знать, что там с совой. Что за идея с красным серпом? Боже мой, да, это очень страшно. Спасибо, братан, за комплимент, да. Да, похоже, они все-таки приняли уровень друг друга в навыках по рисованию. Кошмар. А, я ничего не вижу, я там ничего такого не вижу. Сейчас будем тебя рожать, Фэтса. Не надо рожать. Почему? Фэтс хочет рожать. Эй, ребятки! На что вы думаете о тему Серафима, а? Ничего хорошего. Возможно, она тебе просто нравится, да? Мужчины не могут нормально ценить девушек, если они им нравятся. Это больше... А, ну когда нет, типа, когда они ее задевают, когда дразнят девушек. Это больше похоже на поведение молодых мальчиков, нежели чем мужчин. Это, на самом деле, это очень частое явление в начальной школе. Я переживаю за красного Магнуса, Плип. Это неразделенная любовь. Эй! Чё за чертовщину вообще здесь несёте, а? Ну, как бы... Я вообще не заинтересован в Серафиме, а? И вообще, кстати говоря, вообще не заинтересован девушками. Опа. Опа. Что, значит, тебе нравятся только мальчики? Ой-ой-ой-ой-ой. Не туда его понесло. Ой, не туда его понесло, а?
Ха, красный маг, значит, вот почему ты ведешь себя так странно постоянно, а? Уф. А, кстати говоря, если так подумать, то ты постоянно пялишься на Сорокилию. Упс. Я не понимаю, о чем вы все говорите, а. На самом деле, я заинтересован только в мускулах. Фух. А, вот о чем он говорил, а. Ух, пожалуйста, не пугай меня так больше. Да. Муж подумали, что он слаб на задок. Чё там? Он налывал, ты пьяна, надо, иди домой. Не работает, походу, сегодня. Да уже воды отошли. Так, ну-ка. Ну что-то не особо хочется говорить об этом, если честно. Ну, Ир, если вдруг надумаешь, обязательно здесь на стриме, да, но можешь потом поделиться. Может, станет легче. Может, как-то можно будет решить твой вопрос. Ну, вообще плохо, на самом деле, что вот так у тебя как бы, с настроением и с делами. Клиент не есть хорошо. Расписательная работа, все подробности мы расскажем в РИА Новости. Да пипец, а? Вот так, все мимо меня идет постоянно. Эх, грустно. Человек, может, там можно доказать. Ну, потому что стоит такой ответ. Ну ладно. Ну ладно. Вот кем был бы тогда. Не подоказываемся, это просто для себя. Вот что же хочет. Нет, не хочу, а. Ну, я ребенку еще хуже. Преждевременно сохранять невозможно. Он хочет родить. Капа заблочена, да? Да, Юль, капа заблочена, да. Это мелочь. Совочки, короче. Ничего, короче, непонятно. Опять все мимо меня, как обычно, блин, а. Асагири нет сейчас здесь. Асагири тут пока нет. Как ты сделал? Мэджик. Он же модер. Возмутительно. Хорошо, спасибо. Да не пустишь, дело времени лишь на самом деле. Нет, если дело времени, то на самом... Ну, тогда сойдет. Ну, деловые тячки канала в богохульстве. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Трудности русского перевода хотел написать. Он же модер, написал. Он же модер. Не ушел бы спать, узнал. Ну, блин. Я вчера, он и у Зена со стрима ушел. Ну, потому что что-то такое состояние такое было. В итоге, на самом деле, я очень поздно, мне кажется, уснул. Прям очень-очень поздно. Так, значит, Фетса, да? Значит, тогда Фетса сделаем так. Подожди, сначала мы тебя отправим в Чара Ворлд. Сделаем тебе каку. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что, у тебя маны так? Я тебе уже делал каку, да? Ну ладно. Я тебе уже делал ее. Ну, пошли тогда сразу же. Reincarnation. У нас Тимоха вроде, да, хотел себе лекаря сделать. Так, во-первых, сохранимся на всякий случай. Очки потратить. Эх, так мало. С телефона? Да, заходи с компьютера. Дрингова. Раньше с телефона можно было вносить очки, не знаю, почему сейчас нельзя. Раньше можно было это сделать без проблем, на самом деле. Так. Феца, пора тебе рожать. Пора тебе рожать. Опа. Are you ready, Феца? Погнали, Феца. Да! Это с телефоном получалось, у кого-то нет хз по какому. У меня получалось с телефона. Так, Феца или Феца Джуниор? Смотри, это фанат группы Озон. Найн. Так вот сделать. Фетса пусик будет. Точку поставить в конце. Ну, вообще, да, наверное, с точкой надо делать. Ох, ну давай тебя сделаем таким. Угу. Может, ты сам-то... Влил баллы... А я не могу вливать баллы в Blasphemous. Так, ангел. На чем у нас вообще ангел специализируется, да? Ну, ХП, наверное. СП, обязаловка.
Атака и точность. Давай еще защиту. Сопротивление и защиту. Вот так вот сделаем. Выбирай себе голос, Фэтса. Это первый голос ангела, теперь второй. Это второй хардкорный садист. И вот третий. Любвеобильный ангел. Почему-то я так и подумал, Фэтс, а? Почему-то так он так умеет назвать баллы канала, она предложила вариант совочки, ну а дальше я писал сам диском совочки, а потом вообще сова с серпом и молотом на совочке. Боже мой, нифига себе. Неплохо, неплохо. Эта группа Муха один раз. Давно-давно продюсировала брата моей бывшей девушки перед Евровидением. Нифига себе. Неплохо, слушай. Кинодинакома нарисовать салон в совочке с серпом и молотом. Прикольно, прикольно, да, идея классная. Так, по цвету Фэтса. Смотри, короче, стандартный цвет ангела. Экстра 1. Экстра 2. Экстра 3. Или берем... Берем какой-то из цветов и меняем что-нибудь еще, что хочешь. Без варик вообще. О, малой, горжусь, ухожу на пенсию. Так а тебя больше... Ну, ты теперь будешь ангелом, все. Экстра один, изменяем. Хорошо. То есть я же тебя реинкарнирую. Я создаю не нового персонажа, Фэтс, я тебя реинкарнирую. Ты же понимаешь, да, что все больше... ты понимаешь, ты выполнишь функцию родить, помереть и играть за своего ребенка. Изменщики. Да, Ир, далеко еще до первого места в рейтинге. Очень далеко. 146 место. Вообще-то мини-я из Остина Пауэрса. Я думаю, Фэтс с этим согласен. Все. Так, смотрим. Да, сейчас это будет тяжело. Так, что у тебя? Давай посмотрим по предметам. Интересно, а предметы перенеслись на него, нет? Да, предметы все перенеслись, отлично. Но теперь у тебя же другие предметы, правильно? Подожди, или нет? Я на первое место не претендую, интересно, какой левел стал. А Фэтс как-то в топ-10. Да, Фэтс давно уже в топе-10 сидит. Давненько, давненько. А ты думал, да. Есть за ним такой грешок. Я, наверное, вот так вот сделаю. Так, Фэтс, чё б тебе такого дать, а? Пошли ботинки посмотрим, во-первых. Ботиночки. Ну, давай, допустим, так. Ну, народ, что-то сопротивление только дает, блин, это все не то. Ну, зеркало Софити, наверное, да, такой типа дать. Защита меньше, сопротивление меньше, но все остальное больше. Так. Ну, пойдет пока. А какими вообще-то навыками обладаешь? Покажи мне, что у тебя есть. Так. Увеличивает атаку всех союзников на 25%. Обычные атаки... Ну, это ладно, да, это оставляем пока что. Сопротивление повышаем.
классовую повышаем. Так. Ой, блин, а я ж забыл. Я ж забыл. У меня же, блин, получается, у тебя с Ромкой-то постоянно вот эти вот физикал гейн и этот гейн был. Блин, а теперь его нет. Теперь его нет. И это очень плохо. Я к другому веду. К чему это ты ведешь, а? Где мечник? Пока что ты не мечник, пока у тебя посох и лук. Кстати, тебе надо лук получше, наверное, дать. Да, тебе надо лук получше дать. Хотя бы. Давай такой. А посох? Лучше пока, ну, атака меньше, но то интеллект и сопротивление. Подожди, у тебя же есть кросс-импакт, да? А, у тебя обычный кросс-импакт. У тебя кросс-импакт, давай тебе такой дадим. Все, вот так вот. Хорош. А ты хорош. Я на пятом месте. Ты на шестом месте, Миша, а не на пятом. Поверишь, что если в топ-10 войти, то в випку дадут. А, ну да, да, да. Вообще, на самом деле, ты прав. А я там на каком? Не знаю, Summertime, не знаю. Но я думаю, ты еще очень и очень далеко. Так как ты с нами недавно. Прям совсем-совсем недавно. А у меня с экспедиции не вернулись, да, ребята, еще? Или вернулись? Не, не вернулись, да? Сейчас проверим. На самом деле, не всегда должна что-то что-то. Вряд ли. Может, когда-нибудь и выйдет. Совместимо с модеркой. Это да. Меч либо алмаз. По-другому никак. Написали одну мысль. Я на пятом. Да. Вот так вот. 666 место с пока что нулевым опытом. Так что да. Тебя Summertime ожидает долгий тернистый путь к вершине горы Селест. Чтоб этой горе пусто было. Надо почаще сесть с телефонов. Ноль существует ноль. О, существует нулевой уровень, да, существует. Ты увидел, Фэтса. Так, здесь на 40, да, ничего пока нового не разродилось. Угу. Ну ладно. Так, пошли быстренько Фэтса что-нибудь прокачаем, да? Где-нибудь. Нужно где-нибудь, чтобы маленькая карта была какая-нибудь прям. Они все большие, блин. О! Вот тут, наверное, побыстрее это будет дело. Посмотрю. Просто чтобы Фэтса себе уровень... Ага, да, точно, вон они здесь. Этот постоянно будет прокачиваться. Вот пусть он прокачивается пока. Ох, Фэтса, а ты хорош, ты посмотри. А, я, блин, Фэтса, прости, я забыл тебя. Мы сейчас должны были тебе цвет поменять. Прости, Фэтса. Блин, как не думать, теперь этой штуки нет, которая накидывает бафы на всех, а? А, они не будут ходить сюда, да? Да, сюда давай. Так, ты кого-нибудь убьешь здесь, а? Так, а если вот так? О, вот так ты убиваешь. Ну-ка. О, левел ап. Отлично, сразу же Rapid Arrow. На 8 уровней себя прокачал. Пошли дальше. Стельгоплой поможет. Да, нужно тогда, получается, мне ждать. Когда Тимоха придет, мы из него можем лекаря сделать. Женщина-ангел стоит, а мужик-ангел летает. Да, да. Сексизм, да? Не иначе. Вероника, приветики. У тебя 72 место, 11 уровень. Как твои дела? Рассказывай. Как вчера все прошло? Ведьмака-то вчера добили, нет? Так, Rapid Arrow, он же по нескольким, да? Да, отлично. Так.
fighting won't solve anything. О, еще левелап. Холли Сейбер открыт. Отличный Брайвхерт. Magic Boost. 11 уровень. Сойдет. Главное, теперь, чтобы тебя не убили. Так, ну это понятно. Отравили, да? Вот так. Рома полечит, а Фетс добьет. Так, а что за Холли? Оу! Давай посмотрим. Ну-ка, покажи мне. Фетс, что ты умеешь? А чему ты научился? В своей ангельской школе. Если себя, то можно и войти в топ-10. Да, определенно можно. Никита здесь прав. Сплошной сексизм. Юль, я не виновата. Не от меня все пошло, а? Я не считаю себя сексистом. А, слушай, неплохо, Фетс, слушай, прям очень неплохо. Уже 13 уровень, хорошо. Почему ужасно, что случилось? Мелкин с 15 уровнем тебя. Что ужасно-то? Хорошо, Ведьмака добили. Ведьмака добили прям вопрос ко мне, как будто звучал. Ты уже Ведьмака сейчас играешь? Так, еще Холли Сейбер хочу. Давай вот так вот. А тот сколько уже? Тот 14. А что так медленно, а? Что так медленно? Так. О, уже 15, да? Нет, еще 14. Если плюс 50. Я помню, что он постоянно прокачивался. Раньше, по крайней мере, когда мы сюда впервые пришли. Так, ну все, добивай. Хватит пока с тебя Фетса и 14 уровней. Что он вам сделал? Его играл Генри Кавилл. Генрик. Мне вырубили интернет, мне вырубали несколько часов, закончилось на то, что я добила босса, а что-то об этом, да, офигеть. Да, это прям реально неприятно вышло, блин. А что с интернетом? Почему так? Почему так произошло? Так что мы так и не добили. Дело не верю, а во времени. Это тоже, да. Это тоже вопрос. Добили Ведьмака? Я не думал, наконец-то там часа полтора еще минимум проходить. Понимаю. Я думал, что все пару часиков и все. А нет, не все. Я думал, что вчера пройду, да. Ох уж этот непроходимый Ведьмак, а. О, пугилист родился, отлично. У нас пополнение нашей армии иноцентов. Ой, все, далеко моя русская языка пошла. Да, пугилист еще, вот он. Ну, пусть пока здесь будет. Ну что, вчера... Так, это я уже читал, да? А, я чат дальше не прокрутил, но не прошла. Почему не проходим? Я тоже когда-то начинал Ведьмака, так и до сих пор не прошел его. Я ради него, в принципе, начинал и Соньку в четвертую взял, и стримить ради него начинал, и в итоге... Ведьмак у меня канул в лету. Блин, ну мне хилер нужен нормальный, так-то, а? Типа, да, пошли по краску точно, молодец, Фетса. Заодно я, наверное, сейчас сразу же Тимоху сделаю, я так думаю. А то чё это он? Пусть будет хиллер. Что-то я пролистал не в ту сторону его, да? Бишоп. Товарищ Бишоп. Наташа. О, как сразу же, смотрите, как получился. Наташа. А теперь, знаете, Гоша так и не... Да, да, у меня так с Скайримом вышло в свое время. Ой, Скайрим у меня вообще очень печальная история была. Когда у меня винда слетела, и пришлось ее персонали, соответственно, все сейвы полетели. И все 70-80 часов, которые я проходил Скайрим, и это было не по сюжету. Все просто полетело в тартарары у меня. В итоге я очень сильно сгорел, я очень сильно перегорел. И взял себе Skyrim на Switch, чтобы когда-нибудь его все-таки пройти от начала до конца полностью. Потому что она мне очень нравилась, у него классная атмосфера была. Так что так. Начинал на максимальной сложности. Да. Твоя правда.
Вот так вот, я просто сдался слабенький. Вот о чем я чат говорил, да, вот о чем. Все меня постоянно булят. Все постоянно булят стримера. Тимоха, пусть будет пока вот так вот. Потом он скажет, как именно его назвать надо. Тимоха, Тимоха, мне без тебя так плохо. Так, HP. SP. Интеллект. Сопротивление. Давай в интеллекцию вкачаю. Вот так вот. Мы из него тоже сделаем беременного. Let's do this together. Вот так вот. Будет у нас беременный еще один хиллер. Тимоха. Да, третьего Ведьмака, да-да-да. Что на мускулистых плечах девушек. Ох уж эти мускулистые плечи девушек, прям какой кошмар, а. Про третьего, да-да, про третьего. Когда-нибудь, да, ты сдался. Я не сдавался, нет. Я не сдавался. Так, сразу же, что мы делаем? Первый отряд, все отлично. Так, и экипировочку сразу, Тимохе. Так, пошло-поехало. Вот так вот. Потом лук какой-нибудь. Хотя бы такой. Сандали. Зеркало Софии, наверное, дадим, да. Так, 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 типа, наверное, такого. И перышко, 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 перышко. Отлично. Отлично. Кстати, воспел на плейте. Бог спать надо на ПК, если че еще. Впервые сейчас прошел, третий как-то не осил. Странные игры-то у вас. Почему странные? Почему это игры странные? Нормальные игры. Когда пошел третий. Когда не прошел, значит сдался. Я не сдался. Когда-нибудь я его пройду. Он не смог меня удержать так сильно. Меня Зельда удержала намного сильнее, чем это сделал Ведьмак. Так, перекрашивать. Пойдем, Фэтсу, давай. Фэтсу, Фэтсу, перекрашиваем. Так, какие части будем перекрашивать? Смотри, можно перекрасить цвет телесный, цвет волос и косички твоей. Это ж коса? Да, это коса. Цвет волос, цвет твоего наряда, цвет твоих глаз, получается, да. Глаз, манжетов и резинки на волосах. Фан будет, спасибо за водичку. Спасибо, спасибо. Я этим не занимаюсь. С таких махинаций говорю, что запрещают. Естественно, запрещаю, да. Чтоб вы глупости в чат постоянно не писали, поэтому запрещаю. Сравнил своего прайдинского линка с брутальным Геральтом. Нет, почему ты не проходишь Ведьмака? Угу, угу. Фэтса, чё меняем? Фэтса, прием. Прием. Земля вызывает Фэтса. Фэтса, ответьте. Цвет волос блондинистый, глаза голубые, одежда, если можно, желтая. О, господи Иисусе. Так, значит, волосы блондинистые, да? Тебе более белым или более желтоватым цвет делать? Идеально. О, как я прям читаю мысли людей. Так. Потом желтую накидку, да? О, смотри-ка, нифига себе, прям золото. Посмотри, какое, а.
знакомые это, как обычные капы. Смотри, наверное, глупо списать, а. Да нет, почему? Да, золото. Вот такое? Или еще сделать более более золотым? Идеально, да, наверное? Так, как глаза. Слушай, глаза у тебя с манжетами, если что, поменяются. Насколько я понял. Да. Так, глаза голубые, да? Так, это синие. О, как. Можно еще золотее. Давай еще золотее сделаем. Ох ты, ни хрена себе. У тебя, видишь, у тебя еще меняется, получается, резинка, глаза и рисунок. Идеально по глазам, отлично. А по костюму? Назвать много причин, почему иногда не проходят такие люди, как я, и это не будет оправдание, это будет критика геймдизайна. Так вот, меня она не смогла так сильно удержать. Я пытался, реально, но... Нет, она интересная игра. Но Зельда мне в разы больше понравилась. Зельду я просто взахлёб играл. Просто взахлёб, не мог от нее оторваться. Ведьмак на какой-то момент уже начал мне надоедать. Я доволен с этим. Отлично. Я пишу глупости словами и без капы. Не знаю. Но иногда да, иногда вы прям так борщите в мою сторону. Просто вообще. Все, сохраняем изменения. Просто что я вам сделал? Какое зло я вам сделал? Скажите мне, что вы меня так не любите, а? Какое зло? Что с вами? За что вы так ко мне? Сын нас не иначе. Так, подожди, а Бишоп-то у меня новый, он может что-то вообще? Ну-ка, нет, не велите. Стой, не велите. Да, Spiritual Gain у него есть. Блин, его прокачивать надо. Ладно. Раз пока быть слабенькими немного. Погнали. Шрам воинов называется локация. Ты поиграй в Blue, в смысле, будем тебе чуточку... Да не будем, Миша, блин, это постоянно такая брехня идет. Поиграй в то, будем лучше, поиграй в это, будем еще лучше. А потом опять начинается вот это вот говнецо. Лиззи, пожалуйста, скажи мне, что мне делать? С того самого дня я стал в своей жизни только месть, которая до сих пор вот у меня на уме. Но потом я встретил этих ребят, которые напомнили мне о том, что существует нечто большее и намного важнее, чем просто обычная месть. И тогда я решил и начал думать, что я могу помочь тем, кто страдает из-за Void Dark'а. Лиззи, то сердце, которое ты дала мне, изменило меня так сильно. Это ведь верно, да? Что же мне делать? Нужно ли мне сконцентрироваться на месте Void Dark, или же... Боже мой, Сэр Киллия! Что ты здесь делаешь? Прячь цветок. В чем дело? Тебе что-то нужно? Я просто, да, переживала. Вдруг ты забудешь о своем обещании не втаскивать себя в неприятности. Кролакс, приветствую! Что ты такой мягкотелый стал? Да я сам не знаю, Миш, что со мной происходит. Кислотно-желтый Фетца младший, золотой ребенок просто. В прямом и переносном смысле этого слова, Фетца. В прямом и переносном. А если не играешь, вот такое пишем. Да вы всегда гадостями начали писать, Никита, а? Вот в последнее время одни гадости только слышу в свой адрес. Это что ли появился у тебя новый? Да нет, Миш, я сам не знаю, в чем дело. Гоша, защито! Ира, приветики! В смысле защито? В смысле защито? Сижу, играю в эту игру и теперь... Так... Сижу, играю в эту игру теперь, английский не знаю, сижу с переводчиком. Ира, добро пожаловать в клуб. Welcome to the club. Это ж наоборот здорово, а? Это ж здорово. Доброе утро всем, мы с кофе решили тут к вам заглянуть. Приятного кофепития, Кролакс. У нас, в принципе, все потихоньку-полегоньку. Как твои дела? Как твое утро и день начались? Ничего, парни, низ закрыли плашкой. Специально, это все специально.
Чтобы ты не видела, что у него там снизу. Ниже пупка. Знакомое все лицо тут еще бы. Не переживай, я помню об этом. Эй, о чем ты думаешь? Что, мне уже нельзя, не позволено думать самолично? Эй, хорош со мной шутить, а? Ты снова думал об этой девушке Лизе, да? Ревнует. Да, тебе не нужно скрывать это от меня. Не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы не понимать, что эта девушка дорога тебе. Скорее всего, это является причиной, почему мой взгляд Балор на тебя не работает. Я думаю, у тебя слишком сильные чувства по отношению к этой девушке. Но я не сдамся. All men are destined to kneel before me. You're no exception, Sir Killia. Судьба всех мужчин преклонить колени передо мной. Так что да, ты не являешься исключением, Сэр Киллия. As a matter of fact, because you won't obey me, I want to force you to kneel before me even more. Факт в том, что из-за того, что ты не хочешь подчиняться мне, я заставлю тебя преклонить передо мной колени. Так что будь наготове. But it seems an unbelievable person has set her eyes on me. Я думал, уже слишком поздно говорить мне такие вещи, но... Ну, что-то... Не особо верится тому, что... Какая-то персона положила на меня глаз. Какая-то девушка положила на меня свой глаз. Так, чё там? Тот красный Майнус, или как его там... Да, это просто вот... Как особенно над ним любят подшучивать, да, типа, эй, ты, обезьяноголовый там, или мускулоголовый, он говорит, ой, да хватит, что за комплименты такие? Ему говорят, какие комплименты, дурная голова? Он называет его обезьяной там по-всякому, по-разному, он такой, ой, ну, ребятки, не хватит, а я начинаю краснеть. А, кстати, вот 290 рублей, нифига себе, скидочка хорошая прям, даже очень, или переносном смысле, да, в прямом, я думаю. Так, хочу, кстати, Бласа на фото Юли, интересно было смотреть у тебя, я хочу еще. Да, ну, понятно, да. Всегда вот так говорите, да, потом начинается буллинг в мою сторону, а. Я уже не верю вашим словам, ребята. Я ничему больше не верю. Ну, допустим, я встану сюда. Допустим, Вероник сюда. А Дергенбоу сюда. Моя вера в людей кончилась. Так вот. Блин, какой ты желтый, прям реально золотой мальчик, блин, а. Знаете, есть фильм «Золотой мальчик», вот этот, из той же оперы. Аж блестишь, Фетс, аж блестишь, а. Кошмар. Блин, я, да, пока что у меня Бишоп прям совсем слабенький. Надо будет постараться. Надо будет постараться. You have the right to a lawyer. Так, это не комат. Есть что своровать? Сукубы? Нечего, да? Ух ты, Overlord Sword. Неплохо, но все обычное. А мне нужно легендарное. Лукундины? Ну ладно, ждем. Тогда просто ждем. Подожди, я могу отсюда зарядить, интересно, а? Нет, не достаю. Не достаю, ну и ладно. Ну и, пожалуйста, не очень-то и хотелось. Подожди, Вероника, сюда. Вот так вот еще. А ты давай мускулами поиграй немного нам. Так вот, все. Так, ну-ка. Я понимал, что у меня уже бита в самом начале. Я бы сам на самом деле поиграть. Как-нибудь возьму и сыграю. Какие монстродевочки. А лучше пусть девушка ложит на тебе глаз, чем... Неважно, да. А игра ничего такая. А ты как думал? Конечно, ничего. Хорошая. А теперь я потеряна. То ли еще будет, Ир. Знаешь, как у нас таких игр забавных? Фамбус 11 уровня у тебя. Ясно, все честно тут говорит что-то, а он не верит. Да, моя вера в людей, все. Кто-нибудь знает Омега Хилл? Да, ты знал Омега Хилл когда-то. Теперь ты его не знаешь. Теперь ты знаешь... А, нет, вру. Гига Хилл только нет, пока Омега нет. Пока Омега не знают. Я тебе соврал, Фэтс, прости меня. Я не хотел, но пришлось.
Как-то само так получилось. Слушай, а ты же сейчас вообще никакого урона не нанесешь, да? Если даже постараешься. Ну, да, суть в том, сколько ты своим урон наносишь, да. Ну, ладно. Значит, по-другому будем делать сейчас. Я тебя подниму. Вот сюда. Так. Так. Бишоп сюда. Потом делаем вот так. Вот так. Давай на всякий случай на себя щит вешай, потому что я не уверен, что ты можешь выжить после того, что они будут делать. Может быть, выживешь, а может быть и нет. На всякий случай, враник тоже тебя кинет свой бафутский. И Magic World тоже. А, не дотягивается, ладно. Не дотягивается. Ой, сразу же двоих убью, да? Нет, я так... Хотя ладно, 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 ладно. Сейчас мы попробуем. А. Да, все. Нет, не все. Опять мускулами поиграй. Теперь все. Кто-то по знаку зодиака весы. А тогда все понятно. В смысле? Дребло, сентября. Не близнецы. Раки, запуталась. Так, а что понятно? Да, да. Чё понятно? Ну-ка, расскажи. Расскажи. Я фоном по душе пойду второй раз попробовать. Давай, спасибо большое, что приходил. Рад был тебя видеть. Удачного тебе прохождения. Шучу, просто характер классный. Характер буллит стримера. Фэтс умер. Нет, Фэтс, тебе еще рано, короче, в бой вступать. Нужно мне тебя где-нибудь в другом месте попрокачивать. Наверное, экспедицию отправить просто. Ох, что творят. Ох, что творят-то, а? Что творят, а? Да. Как все плохо-то. И все по новой. Теперь у меня хиллер опять слабенький стал. Так, хиллер отлично замастерили. Убиваем. Может, только мир приметно пройтись? Да, думаю, надо бы. Здорово, самурай. Спасибо за водичку. Как ты? Я превратился в Ace Combat давно, очень давно. И только у стрелка способность нужно открылась. Я стрелец по знаку зодиака. Пойдет. То есть, так прям особо ничего хорошего, да, как я понял. Вдвоем. Не добьем, наверное, да. Криты, криты. 4000, а там больше, да? Так, ладно. Я же могу сделать вот так. Я ж хитрый. Бобер. Убиваем. Точнее, вы убиваете без меня. Прекрасный знак, да. Вообще замечательный знак. Превосходный на самом деле. Все страдают от стрельцов, это факт. Так, ну давай полечим, наверное, да? Сами себя. М-м-м.
Нет, знак на самом деле хороший, да. Просто я как человек не очень. Вот все предельно просто. Вот прям. Вообще. Так, давай сюда. А Гоплой поместится еще? Да, Гоплой поместится. Потом сделай. Так вот. Так. И давай еще кого-нибудь, как-нибудь. Все. Ну что, да не похоже на стрельца, да? Не отвечал, потому что он стрелец. Ой, блин. Вот теперь с ним надо называть больше, занимается самобичевание 24 на 7. Да, все. Это что такое? Охренеть, кстати. Да, все. Пошла пора самобичевания. Вы еще с Оном не общались, да? Со всеми общался. Со всеми общался. Так, так. Time to get married. Ну давай, я сделаю так. Подожди, а Гоплой может? Ну-ка, Гоплой, иди сюда. Давай хоть ты кого-нибудь сам убей, ты уже давно пора, да? Давай, хоба, покажи мастер-класс. Молодец, молодец какой, а. Мейд мастерит, отлично. Наконец-то. 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 Начали дальше профессию изучать. Потом я могу что-то еще сделать. Да, ну за него могу предмет еще использовать, но это не то. Так, ладно. Осадили, сделай дело. Кинь одно тело. О, как хорошо. Все будут участвовать в битве, а. Все, абсолютно все. Тань тоже летела. Да, не сегодня, видишь, не только сегодня, я так скажу. Это уже на протяжении большого количества времени. Но я справлюсь, спасибо, Лер, спасибо, я справлюсь. А чё он это? О, он бадумс, умнет. Я стараюсь реже писать, это Гошу обижу еще. Да ладно, никто меня ничем не обидит. Я человек с минимальным количеством эмоций. Так, а я могу? В целом могу. В целом могу сделать так, потом могу сделать так. Гоплой дальше будет у нас присоединяться к атакам. И все, в принципе. Так, стоять, а если вот так? О, отлично, а потом вот так вот и добиваем. Так. Ну, отлично, Гоплой еще дополнительный опыт получит. Все по красоте. Эмоции максимум страданий, да-да. Иент про меня. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Лечи. Стой, не того лечишь, не того. Нет, я передумал. А, ты не дотянешься. Ладно, тогда того. А если сделать... Так. 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 Лечи. А Вероника атакует. Оба. Видно, что Гоша еще не сказал, что я буду его на протяжении 3 лет. Нет, не на протяжении 3 лет. Я врать не буду. О, тут еще одни идут на подхват, да? Ой, а чего вас так много-то? Я что-то... Фэтс всю веселух на самом деле пропускает, а? Вот помер и пропускает всю веселуху. Допустим, раз. Допустим, два. Три. Семьдесят девятый, нормально. 71-й. Ну-ка, иди вперед, чтоб я тебя видел. Вперед. Так, начинаем. Только начнем с Зена, наверное, начнем, я так думаю. Так. 50, 60, 50. Не ахти.
Physical Gain, вперед из песней, потом опять-таки Zenda, потом вот так вот будет. Так, спокойно, Юми, спокойно. Ну почему вдвоем? Ну почему не вчетвером, а? Тут два левела сразу же. Так. Садири подсобит. Так, вот так. Гаплой. Вон оно что. Вон оно что. Ну ладно. Так, что там? Ну, конечно, я был на его всю жизнь, я вообще сегодня только с ним познакомился, а. Ну и модер, мало того, что подкалывает, так еще и дезинформирует тут вообще. Ничего говорить не буду, все. Сморки в чат, просто сморки в чат. Ну, не убьем, скорее всего. А если что, если вот так? Нет, стоп, нет, не так, подожди, я хочу вот так вот. Вот так вот, а потом, возможно, и вот... Нет, потом... Так, а потом вот так, смотрим, все. Была не была. Била не била. Сделал такое интересное, что познакомишься с вами, сделал уже алмаз. Сказал бы я, что он сделал такого. Но не буду. Мы оставим это у Миши в секрете. Нет, рассказывайте. Нет, Юля, мы слишком мало знакомы. Нет. Но почему одна? Ну ладно, у нас опять Юми стилил весь левел. Миша сделал очень-очень интересные вещички. Донат, наверное, сильно большой кинул. Да. Да, донат. Джоанна. Царевна Несмеянна. Допустим. Так. Товарищ Бишоп. Слабенький, все равно не дотягивает. Давай, делай, стоп. А Zenda тянется? Вообще должен дотянуться отсюда. Давай Silent Sniper'ом своим. Вот так вот, и Юми, по идее, добьет. Да. Если не добьет, отдам это на убийство Zenda потом. Чайно его пролью. Добил, отлично. Молодец. Молодец. И пусть сами идут. Не хочу, пусть сами бегут ко мне. А, опять этот, да? Дрил. Так, ладно, сделаем туда вот так вот еще. Дрил. Так, и Zen, наверное, добьет. Нет, да? А хотя... Да, добил, молодец. Левел себя. Ну и все, пошел Драгингоу дальше лица бить. На лестницу. Унизи. Я так-то 7 уровня уже. А мы с Гошей как-то работали в наркоконтроле. Миша, что не отобразил смайл-то? Вот теперь блинов захотел. Блины я люблю, блин. Блин, я люблю. Одно из моих самых любимых блюд, на самом деле. Блинщики. Блинщики я обожаю. Блинщики — это моя слабость. Прям. Как есть. Ничего не могу с собой поделать.
был у меня в жизни человечек, который так хорошо блины готовил. Просто, ох. Блин, наверное, не самые... И блины, и панкейки. Как вспоминаю, аж хорошо на душе становится. На время. Потом обратно плохо. Так, а что я могу? Ну давай опять чай на меня. Чай лей на меня. Лей на меня чай. Вот будет у тебя, Юль, 15 уровень. Тогда поговорим, да? Жаль, придется идти, видимо. Придется, придется, почему нет? Мне уже суп, суп полезно, блины вкуснее. Блинчики с мясом. А с сыром и семгой, например. Или с плавленным сыром и коркой красной. Прям. Уф. Настоящая вкусняха. Это если вот такой, ну, полноценный, да, брать себе, как, блин, как обед. Или сделать его с вареньем, например, с клубничным или с малиновым. Ля смак, скажу я вам. Ля смак. Так, вот крестиком полечу, если могу. А, не могу. Ну, ладно, могу вот так вот. С творогом и изюмом. Сиди, значит, без блинов. В смысле сиди без блинов? Блин, это ты хотела на блинчики с мясом, что ли, пригласить? Я не понял. А ты говоришь, сиди без блинов. Тоже не любишь сладкие. Настроение на самом деле иногда со сгущенкой тянет. Ох, это да, согласен. Точно тактическое РПГ? Все целые 100%, скажу я вам. Нет, погоди, вот Юль, с фразой «сиди теперь без блинов» вот это поподробнее. А теперь все, ну зашибись, а? Так всегда. Мне сейчас на вкусные блины пригласить, а мне говорят, а вот теперь сиди без блинов, а? Что за жизнь? Что за жизнь, скажите мне, а? А я могу сделать вот так вот, а? Могу. А, не убью, да? Так, подожди, ладно, сделаем немножко иначе. Бишоп! Арбайтен, бишоп! Арбайтен! Подожди, а гигахил? Вот так вот, молодец, бишоп. Так, арома дотянется, если я постараюсь. Да, какой хороший, прям дотянется, смотри на него. Так, а Сагири не дотянется, да? Ну-ка, подожди, сейчас мы сделаем. Сейчас мы сделаем дело. Сейчас мы сделаем дело. Теперь Асагири дотянется. Так. Они-ка сюда. Агаплой идет сюда. Нет, ну ладно, пока пусть здесь будет. Я, как обычно, начинаю стрелять. Ах ты, пёсий сын. Вот так вот. Смотрим. Заманила и свалила. Да-да-да, вот именно так. Прозвучало, кстати, хорошо и в рифму. И хорошо прям. Заманила и свалила. Нельзя так делать. Я больше блинчики попробовал с вареньем или сгущенком. Творожка принесу. Нет, нельзя, Миша. Любимый с творогом. С глухо лучше. Вот-вот, да. Вот-вот. Так, допустим. А, ну все, ребят. До свидания. До свидания. Вы ошиблись, вы вошли не в тот двор, скажу я вам. А, вот почему живы до сих пор-то, а? Вот почему они до сих пор живы. Тимоха. Нет, это все не то. Так тоже, да? Хорошо, нехорошо. Мало. Полетели.
типичная девушка, блин. Да что поделать, что поделать, а? Вот так всегда. Вот так всегда. Никаких тебе блинов. Никакой ласки вообще. Ну началось, да-да-да, начался буллинг в прямом эфире чата. А тем временем уже собрали 27% на Blasphemish. Blasphemish. Так, давай на Зена туда уроним. Походи еще, пожалуйста, побыстрее. Так. А, нас сюда, в принципе, не достать ему нормально, да. Так вот. Ту-ту-ту-ту-ту. Ох ты. Устал, мяу? Эти девушки попадают, скажу так тебе. Думаешь? Кого убили? Кого убили? Убили девушку какую-то, вроде как. Подожди, подожди, подожди. Я жив? Кто мне здесь стоял? Бишоп жив? Кто стоял? Кого убили? Кто-то же был здесь, а? Асагири убили. Не рассказывайте, пожалуйста, ее сейчас нет. Что ее убили? Мы сделали, что все было хорошо. Жила до конца, умерла как героиня. Мало. Так, а если дальше? Ой, хорошо как. Так, надо Гаплоя рядом поставить. Пусть он опыт ворует. Если повезет. Повезло. Я расскажу, как? Нет! Не берет и просит скрыть. Асагири! Вот так вот, Юля. Вот я говорю, Юля... Подожди, ты же Юля написал? Да, Юля против меня опять, да? Юль, с 8 уровнем тебя. Не думаю, уверенно, Гош. Ну ладно. Ну это прям вообще беспредел какой-то, а? Беспредел. Спирит Белт. Чё бы такого мне сделать плохого, а? А, ну давай вот этот вот, давай свой. Новый прием, которым я в прошлый раз вчера пользовался. Так, а сюда раз выстрел сделаю. Два выстрел. И потом уже Юми такой храбрый воин добивается. Да? Да? Скажите мне, что да. Снейк! Снейк, are you hear me? Снейк! 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 Секунду прервал молчание, мы на будущее надо знать, как на The Escape 2 смотришь. А я не помню, у меня на свече то ли первая, то ли вторая часть была. Мы с Пашкой играли какое-то время в нее. Ну так, знаешь, прям по веселухе. А потом что-то забили, не знаю на каком этапе, но подзабили на нее. Ну так в целом игруха забавная на самом деле. То есть какое-то время в ней можно провести, там повеселиться. Мы просто уже не знали, наверное, чем занять себя там. Он просто все к тому сошло, что мы уже не знали, чем тебя там занять. Точно, рыб. Может быть, вкладывать баллы в фигапусты, но получается, так как Гоха написал настолько большой текст в описании, что интерфейс Твича лаганул и кнопки укатились вниз на досягаемости. Кстати, Илюха сказал, что, возможно, так оно и есть на самом деле. Он это продумал специально. Да, Илья, который он Top of World Ship, спросил меня текст уменьшить, но и текст же нельзя уже уменьшить, если его написал. Все, как бы пути назад нет. Дорога назад закрыта. Так, давайте. Нет, ну почему одна? Почему одна?
Плачет у окна. Нар-нар-на. Они сойдет с ума. Так, кого еще можно? Кого еще можно соединить сюда? Ну давай Веронику рядом поставим тогда. О, а подожди, у меня Бишоп есть, который пусть тоже прокачивается тогда. Только не стань, пожалуйста. Только не так! Ну это же Гоша. Ну что, да, уж прошу, Миша, пусть Гоша уже куб 2 стащить. Это ж я, да. Это же я. У нас пока есть осада. Ух ты какой, смотри, выжил. Выжил, пёсий сын. Ладно, кошачий сын. Кошачья дочь. Если уж точнее быть. Ну давай, Ланзен как раз таки. Хоть левел свой новый получит. Наконец-то. Опа. Левел ап, отлично. Там скейл мейл был золотистый. Не получилось. Во, Зен еще один уровень себе получил. Стефани сдалась нам. Штефани. Может, да, ты сделаешь новый запрос, убрав из суммы уже вложенные баллы? Бро, shouldn't we be going now? Бро, раз нам уже не пора идти? Я скоро закончу. Ребятки, давайте, идите вперед. Я вас загоню. Да, все хорошо, конечно, но... Я тебя не прощу, если ты решишь сбежать от нас. Что? Да. Я никогда не буду действовать на свое усмотрение. Я запомнил это обещание очень-очень хорошо. Ты ведь знаешь, что на самом деле произойдет, если ты не сдержишь данное тебе обещание, правильно? Я даже не хочу этого представлять. Да, вы знаете, да, это именно так, как Сера показывает свою любовь. Опа, не надо такого говорить. Ой, не надо. Это не мог быть, да, так не делать ситуацию более нелепой. Это, да. Это все на самом деле про дисциплину, просто дисциплина. А, да, Усалия понимает. Дисциплина во имя любви, плип. Нет, 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 все не так, как вы думаете, это... Да. Серафим становится такой миленькой, когда она пытается как-то оправдаться. Okay, все в порядке, Серафима. Я сдержу свое обещание. Да я знаю, да. Ты клянешься? Are you finished clearing them out? Уже закончил с ними, да? Вычищать их. It's almost time. You've reached your limit, haven't you? Пришло то самое время. Ты уже преодолел все свои пределы. Ты не можешь меня больше сдерживать. How long are you going to lie to yourself? Как долго ты собираешься лгать самому себе? Get revenge against Void Dark? Учить месть против Void Dark? Спасти тех, кто страдает? Ты фразу слишком много болтаешь. You're not confused about anything. You're just pretending to be someone else. Сейчас, ребят, на минуточку отойду.
Воу-воу-воу-воу-воу. Лена. Приветики. Большое спасибо за рейд. Здравствуйте, рейдеры. Вы как раз вовремя. Как у вас прошел стрим, рассказывайте. Вы же играли, получается, в Little Nightmares, в первую часть, да? RL FMG, FGM, прошу прощения. Добро пожаловать, приветствую. Кать, приветики, рад тебя видеть. Желаем, если ты вот думал все про нее. Про Overcooked ты имеешь, что ли? А, про Death Gambit, понял тебя. Серфер... Так, серферовик, большое спасибо за хост и добро пожаловать. Санс, приветики. Он в... Я отходил, да, я хотел посмотреть по баллам канала, по испытанию сообщества. Может быть, просто текст сократить? Сейчас я даже проверю при вас это дело. Как вы? Рассказывайте, как все прошло. Смайла, да-да, походу стример откинулся. Дакота, нет, стример здесь. Стримером все хорошо. А, вторую уже проходите. Кать, как твои дела? Лолиточка, приветики. Плюс две шапки. Мы во вторую... Так, вторую часть играли, понял. Обняла Гошу, убежала по делам. Танечка, здравствуй, обнимаю тебя тоже. Спасибо большое, что забежала. Мы, кстати, почти уже открыли тебе суккубы, если что. Так что да, заглядываю по возможности. Серферович меня звать, очень приятно. Взаимно, Серферович, взаимно. Извиняюсь, если ник сразу же неправильно прочитал. Бывает иногда такое. I'm not pretending. Да я не претендую, а ты лжешь. Твоя сущность требует уничтожения и разрушения всего, так как ты являешься оверлордом-тираном Келидией. Это все в прошлом. Сейчас я изменился. Я переродился. И все это благодаря Лизе. Я — это ты. А ты — это я. Уф, нифига, он уже, смотрите, каким стал. Он уже невоображаемым стал. Неважно, как долго ты будешь сопротивляться и отрицать это. Ты никогда не сможешь изменить сей факт. Теперь высвободи меня. Просто будь честен сам с собой. Не сопротивляйся своим импульсам уничтожения. Так, разве суккуб... Нет, у меня наоборот. У меня, получается, никоматы открыты, а суккуб нет. Таня сказала, что она посмотрит на суккубу и на никомату и выберет себе одного из двух этих персонажей. Здравия, хорошего стрима. Спасибо большое. Спасибо, Тань. Тебе тоже хороших дел. Рад тебя видеть. А как мой персонаж поживает? Все хорошо. Пока что находится в экспедиции. Прокачивает себе уровень дополнительный. Так что замечательно, сбегаю, перекушу и вернусь, если еще будешь. Кать, приятного тебе заранее аппетита. А я, возможно, еще минут 20-30 постримлю, потом сделаю перерыв на обед коротенький и еще запущу стрим. Так что, думаю, в любом случае увидимся. Хорошего стрима, Гоша Бёк. Давай, Ромка, спасибо большое, что забежал, рад тебя видеть. Хорошего тебе тоже дня. О, здорово, английский шаришь, прикольно. Так можно и выучить. Да, можно и выучить, на самом деле. По играм очень хорошо английский изучается. Так, вроде ничего не... Убежали. Давай, Лен, тоже спасибо большое еще раз вам за рейд, ребятки. Рад был вас всех видеть. Так. Я никогда больше... Никогда больше в жизни... Ладно, иди вперед и цепляйся за свое слабое сердце вечно. Ты уже не жилец. Арель, большое спасибо за фоллоу и добро пожаловать в команду. Будем надеяться, не пожалеешь об этом, так как играем мы в игры разных жанров, постоянно чередуем разные жанры. Это RPG японские, тактические, просто RPG, экшен-RPG, это метроидвании, платформеры, это хорроры, вот, это шутеры. То есть у нас прям сборная солянка всех жанров, практически всех. Серферович, большое спасибо за фоллоу и также добро пожаловать в команду. Мы вам всем рады. Спасибо за водичку. Что там дальше-то? Где дальше, Вальдер? Где дальше? По сюжету? Порывается с двух ног и закидывает баллы на Blasphemous. Асагири, приветики, да. Асагири, мы уже набрали на Blasphemous сколько? 29%. Сейчас, дайте я быстренько к компьютеру подойду, реально просто проверю. Может быть, текст можно сократить, и, возможно, вы сможете с телефона вкидывать баллы. Прям дело двух минут. Так, баллы, управление наградами, испытания сообществ. А его можно только продлить, получается. Я не могу, да, никак его. Если я почему продлить? Да, количество не только можно.
нельзя текст поменять. Так что, значит, будете только с компьютером добавлять. Не, ну как про... А, Rainbow Six сегодня пока не знаю. У нас плохие новости, но Гоша просил не рассказывать. Что? Нет, я просил не рассказывать. Нет, Вальдер, нет. Не делай этого. Не делай этого. Знакомый смайлик, однако. Мы теряем связь. В смысле теряете связь? Опять начинают микрофон, да? Понятно, все. Геймпад, короче, шакалит. Геймпад шакалит. Я даже только что услышал то, что меня звук пролагал. Он тебя в игре убили. Спасибо, ребят. Я знал, что на вас можно надеяться, что вы никогда не расскажете о Сагире, о том, что она умерла. Спасибо вам об этом. За это. Низкий поклон. Вы такие у меня добрые. Боже, кого я взрастил, а? Просто кого я взрастил? Одни пердатели собрались, а? Вот одни пердатели. Как-то так. Да, да. Никита, почему слово это не удаляешь, а? Так вот, все. Расслабились все, смотрю. Модератор расслабился, блин, зрители расслабились, а? Опять твой адрес, да, чтобы пробить тебе кабину. Удачи тебе, Сагири, в этом деле нелегком. Мы практически с тобой. Я хотел, что я хотел? Бишоп Тимоха. Усилить силу, да? Да. И рейндж увеличить. А больше не хватит, да? А, нет, стоп, хватит. Отлично, все. Все. Главное, чтобы Spiritual Gain дали. Да я отошел только. А ты поиграй в Bluesmith, и не будем тебя... Да будете вы постоянно, Миш, я уже не верю вашим словам, а? Я уже не верю всем вашим словам. Все вы говорите, что вот, я говорю, ты пройдешь ту игру, я прохожу ту игру, доказываю вам, что я могу, и вы опять начинаете по новой. Нет. Нет. Лицензия на мужика не так продлевается, не таким образом. Хотел, чтобы ты это увидел. Да, конечно. Так вот все, короче, вот так вот. Так, погнали, еще один сюжетик пробежимся, наверное, да? Что-то у меня не возвращаются персонажи из экспедиции. Храброе сопротивление называется уровень. Это пусть игры для пусть людей играешь. Да-да-да-да. Скажи это Селес в последней главе. Ребятки, а вам следует вести себя спокойненько и просто присоединиться к нам, сдаться нам. Вы... Что-то пытаетесь не по своим силам уничтожить магическое копье лорда Void Dark'а. Да, даже если вы уничтожите это копье, вы, ребята, слишком медлительны, уже опоздали. Большинство энергии из этой преисподней уже было абсорбировано. Вы все еще хотите продолжать сражаться? Да, возможно, это преисподнее и падет сегодня. Но это не значит, что я потеряю свою гордость. Ух, какой молодец, а. Гордость? Что за идиотизм? Ты хочешь потратить свою жизнь впустую ради какой-то гордости? Я был просто... Короче, я считал настоящий стыд, когда я услышал, что никто не хочет помочь повстанческой армии сражаться против Void Dark'а. Так вот. И чего я вообще боялся, а? Неужели потерять свою жизнь? Вот это смущение. Оверлорд без гордости, да. Равносилен мертвецу. Если смерть является моей судьбой, тогда я умру, сражаясь. С гордостью в своем сердце. Ох, мы не дадим ему умереть. Мы спасем медведя. Килия, сюда. Мы спасем медведя. Походу, кто-то из них еще остался, Плип. Пойдем поможем ему. Опачки. Черт возьми, да. Ловушка. Будьте аккуратны, ребятки.
А не важно. Давайте-ка надерем им их задницы. Недооценивайте их. У них было приказание защищать магическое магическое копье. Хотел другое слово сказать. Так что это элитные войска. Килия? Меня не заботит, даже если они являются элитными войсками. Сэр Килия? Я больше не хочу видеть, как кто-то еще страдает по вине Void Dark. Да, Юля, да. Да. А как ты? Как ты? Я же не произнес это слово. Как ты его узнала? А что это за боль такая? Это моя грудь. Такое ощущение, как будто она разрывает меня изнутри. Как? Блин, Юля, какого хрена, а? Кролок, со вторым уровнем тебя. Так, это было. Принято. Лицензия на мужика, ее нужно продлевать. Это в какое окошко? Это вот в это самое хардкорное окошко. Проходя хардкорные игры, за неделю прошел. Да, втирай ты мне, Миша, прошел ты ее за неделю. А ты кто по знаку зодиака? Ставка прохождения Дума на максималках нужна? Да, пригодится. Я вспомнил вчера про Дилтус Горыныча. Чисто как в играх. Light in my heart. Нет, Асагири, нет. 3D Дилда. О, началось. Ты начал. Блин! Я думал, что я вслух это не озвучил. Если все продолжится в таком же духе, я высвобожусь из тебя, хочешь ли ты этого или нет. Ты уже исчерпал все свои пределы. Ты больше не можешь сдерживать меня. Пришло настоящее время этого. Разве не кажется, что тебе стало еще сложнее удерживать меня в себе? Как долго ты собираешься врать самому себе? Твоя истинная натура — это разрушение и уничтожение. Как тираном и уверлордом Келидией. А теперь высвободи меня. Да будь честен с самим собой. Не сопротивляйся своим импульсам разрушения. Пожалуйста. Я должен сопротивляться этому. Я не могу позволить этому закончиться прямо здесь и сейчас. Ни хрена себе у него там диалоги. А если я его сюда, например, выведу? Просто интересно. Какие-нибудь будут с ним сюжетные диалоги новые? Ну давай вот так вот. Они мне ничего не сделают, конечно, блин. Ух ты, они такие, кстати, мощнявые ребятки-то здесь. Так, а ты сюда давай. Стоп, нет, сначала нужно не так. Стоп. Сначала сделаем, да, нашу процедуру, как обычно, да. Так, Веронику поставим сюда. Так, раз. Мне нужно Тимоху теперь ставить рядом с Фэтсой и рядом с Ромой. Чтобы побыстрее активировать все эти навыки. Так. И вот так вот. Видишь, Сагири, ты жива, все хорошо. Кого ты там слушаешь вообще, а? Кого ты там слушаешь? Так. У него разрывается, она просто растет, глупышка, мы почувствовали. Так, месяц прайда прошел не зря. Тут уже все очевидно. Нет, ничего не очевидно, да. Потому что я не оказал, что это Сагири. Вообще стоимость босса у нас 300, как 300. 300, ну понятно все. Держать в себе. Помогите. Пройдет со всех щелей. Гоха, не сопротивляясь своим импульсам. Когда, блин, у меня чат стал таким, скажите мне, а? Внутреннее естество вырывается. А потом, наконец, у него будет гарем мужиков в команде. Боже мой, нет. Интересная игра. Тут определенно нужны тентакли. Тентакли есть. А специалист по тентаклям у нас в данный момент находится в экспедиции. Специалист по тентаклям у нас... Ира. Она же Ирен Уэссел. Она до момента находится в экспедиции в игре. Я думаю, что им делать такого? Они же ничего у меня не умеют такого. Это комбо. Я хочу Monkey Cannon попробовать. Дайте я попробую Monkey Cannon. Подождите, дайте. Я хочу попробовать. Просто как это выглядит? Дайте посмотреть. Дайте мне... нужна рядом Серафима, да?
А у Серафима тоже, да? А, нет, у меня еще другой. Килия Кристо Усали. Дайте хоть посмотрю эти суперудары-то, а. Вот так вот. Как это выглядит? This calls for teamwork. О, боже мой. О, боже мой. Она все-таки на него использовали взгляд Балора. Заставила в пушку залезть. Что в игре сегодня мужчин делал беременным? Они сами. Если мужчин, женщина, вот. Бишоп это у нас женщина. Тимоха в женском обличии, да, и... беременная. Не дотянется, да? А если... Подожди, она же может шаг еще сделать. Может, да? Дайте еще вот на это посмотрю. Покажите. Покажите мне еще. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Нифига себе. Неплохо. Мы, конечно, ничего не нанесем, так как персонажи слабенькие, но... выглядит эффектно. Так. Втроем. Возможно, убьем даже. Нет. Вот Семен. Миша, 45 уровнем тебя. О, Незер Буканир открылся. Я могу делать Буканир. Сейчас посмотрим, что это такое. Вдвоем, без Вероники уже. Слушай, мужчин. Разговор хотелось выпить и закурить, чтобы пережить и осознать. Да. Знаешь, мне тоже, хоть я и не курю, и постараюсь взять алкоголь. У меня тоже захотелось и выпить, и покурить. Все плохо. Сейчас что-то совсем уже поехал головой. Сок приговор напекло. Сами себе делали беременную. Больше стадии отрицания, да, вот как делали Буканир без женщин. Незер Бубанир. Бубанир, теряем Гош, прием. Опять, да, микрофон у меня, ребят. Чат настолько поехал игровой, что начал пропадать. Если мужчина выпить и закурить, нет. Без. Без этого. Микром все норм. Пару секунд пропадало. Я не знаю, честно, ребят, но это геймпад. Походу пора геймпад менять уже. Начал мне мозги делать. Так. Маленький процент, да? Анастасия? Да, Анастасия, неплохо. Ноль. До свидания, Треф. Треф, что ж ты творишь? Мало. В ответочку будет? О, еще? Нет, все. Усё. Раковые дела. Можно обкашлять вопросик, боже мой. Господи Иисусе, а? Что происходит? Бьют. Нас бьют, но мы стоим. Не смотри, чтобы не нервничать. Да я уже понял, что все слишком плохо с моим чатом стало. Я не знаю, как такое произошло. Да, 22 человека сидят и мотают на ус. Да, это-то и плохо. На самом-то деле. И это-то и плохо. Так, с кем она еще может контактировать? Так, Криста. И Усалия. Ладно, это как-нибудь потом. Все, пусть они уходят. Просто уходите. Меня Трева убили, кстати говоря. Мне убили Трева.
Я думаю, убьем вдвоем. Ладно, понятно. Ответочка? Убиваешь, молодец. А, тут прям конкретно босс. Тут прям босс конкретно. А, понятно, это Magic Change был. Еще один Magic Change. Чё-то какая-то ерундовина пошла. Давай так вот. Попробуем. Убьем, не убьем. Может, стоит, когда прошу балсамис на... Я вам не верю. Нет, Асагири. Асагири, я не верю вам. Вы постоянно пытаетесь меня вот всякими такими... обмануть. Постоянно. Нет мне доверия больше чату. Нет, его просто нет. На ус. Это жизнь до бана. Все может быть, Асагири, все может быть. Все может быть. В этом жестоком мире. А я... Вероника не дотянется, да? Никак вообще. Пожертвовать собой, убить двоих? Да, запросто. Главное, чтобы я в ответку ей не втащил. У меня персонаж может. Все нормально. Ага. Нет, нет, хорош! Да что вы делаете? Это... Не знаю, можно назвать это какой-то семейной разборкой, да? Это было очень жестоко. Что происходит в игре, а? Что происходит? Это было ужасно. Я знаю, ничего не случится. Чем чё-то сказал, что ему догласился? Чем они меня доставали? Чем меня доставали, ребят, скажите мне? Чем меня доставали? В игре отвечать пару вещей пожёстче происходит. Я даже не помню, чем они меня уже доставали раньше. Ничем не доставали. Да, раньше они еще. Ну как, блин? Раньше они были паинькими, да. Но они каждый раз говорят, вот пройди вот это вот, я прохожу, говорю, давай, давай, давай. Там Бон проходил, Сфира проходил, Селес полностью проходил. Вот чат у меня. Пропадает опять микрофон, да? Я слышу, у меня звук пропадает. Ушастый запомнил. Да. Дайте-ка я перевоткну на всякий случай микрофон. Не уверен, что это поможет, но все-таки. Не факт, что это поможет. Чат здесь власть. Потому что модератор порядок не наводит в чате, а с чатом развлекается, поэтому власть. Ну все просто. Убьем, не убьем. Не убьем, да? А теперь убью. До свидания. Давай Spirit Gain обратно. Модератор хорош, модератор с народом. Типичный стрелец. Типичный стрелец, ну да. Не отрицаю этого. Так, он сам пойдет, нет? Пусть сами идут. Да. Иди сюда. Со спины жахнем. 50%. Понятно. Ой, как это дорого. Убил. Молодец, да. Хорошо. Хорошо справился. Че ж Малкина пора выводить? У него уже, блин, массовый хил есть. Так,
вперед, товарищи. И еще сюда. Наши паренькими, а потом пришла садились Калагоха и играл с Умамон, чужим другом. Да, Тигр, ничего, наверное, не кусали, что если я скажу тебе, что глаз не сможешь сесть на оба. Ух, Асагири, ух, с огнем уже играешь, а? Хейти из дома, это слишком сложно, чё, чё делать? Сиди дома, на улице жарко. На улице реально жарко. Одище прям на улице, я бы даже сказал. Асагири пытается проверить меня на зубок. Надо уже голос менять, чтобы Асагири поняла, что сейчас будет просто мандец, Асагири. Сейчас просто вишенка загорится твоя, Асагири. Понимаешь, вот насколько мандец может настать, а? И это я не горю, Асагири, я просто предупреждаю. Насколько бы не был силен передок у человека, всегда можно, блин... Ух, что сделать с передком-то, а? Тогда тебе уже не помочь. Чтобы выйти на балкон, нужно выйти на улицу. Какая мерзость, а? Какая мерзость. Так, Азен выживет после этого? Выживет, хорошо. Хорошо. Туши вишенку, а то сейчас, да, парни в чате оживятся. Да, Сагири. Там будет такой буканир после этого. Уже не потушить. Так, отлично, все живы, все живы. Зен не жив, ладно, Зен. Но... 35 тысяч, охренеть, не встать и подавиться. А, слушай, это опасно уже. А это уже опасно. Шутки шутками. Как говорил один из местных персонажей, лучше прогнуться, чем сломаться. Опасно это дело, Бульба, выходить за порог. Оу, май, ни хрена себе буканир, буканир-то. Так, а если сейчас еще гаплоюшка подойдет? Подожди, подожди. У меня гаплоюшка есть еще. Сейчас, сейчас я что-нибудь придумаю, подождите. Подождите, сейчас что-нибудь придумаю. Гош что говорит? Нет, не я, Сагири. Так. Подсобить, не подсобить, блин. Вивка, это перманентная защита от бана. Не-а, вот вообще ни разу. Вивка не снимает с людей ответственности. Никогда не снимала. Блин, с какого бы ракурса еще можно сделать-то, а? Ладно, попробуем так это сделать. Будут в бане за всех. Ну, наконец, хоть корабль полноценный показали, а не только одну пушку. О, хорош. Там будут слезть, тебя попадут в нас. Все может быть. Подожди, они же стоят. Как они неудобно стоят, блин. Подожди, может быть, так тебя попаду, а? Все равно выживут, падлы, а. Ладно, посмотрим. Вы вспоминаете там обо мне, если чего. Это в наших сердцах. Какие страсти. Убил, молодец, слушай, я справился. Что-то были небольшие сомнения. О, 35 тысяч, да, получается? Что ж мне с тобой делать-то?
Ну, сейчас кого-нибудь сам убьет меня своей этой атакой, блин, 2000. Даже не знаю. Вообще ничего, да, не будет у нас никакой атаки нормальной. Ну ладно, главное, чтобы хиллеры выжили у меня. Ладно, попробуем. Так, и гоплось, блин, нас встречаемся, не допрёт, да? Эх, ладно. Да, без проблем. Потом после стримов посмотрю. Большая юка, большая ответственность. Именно фан, да, большая юка. Большая пипка. Боже, хороший психолог. Он объединяет чат, провоцирую его. Ну, все может быть. Вообще ни о чем, да, хотя у него как раз таки слабость к ветру. Две тысячи. Так, двоих убивает, да, за раз. Или все-таки у нас Тимоха выживет. Так, Тимоха живет, отлично. Так. Жив-жив. Кому-то пора бежать. Как бы. Мало. Ответочка будет? Не будет ответочки. Хреново. Так, убежит. Да ладно, опять не хватает, а? Надо учить себя сам пока что. Даже знаешь, куда лучше встать-то, чтобы как бы их всех в разные места запихать. А, у него и так все хорошо. Ладно, тогда просто полечим. Так. Плюс. Минус. Случае на смысле называется Big Dick is back in town. Не знаю, куда лучше стать, чтобы их всех в разные места запекать. А Сагири уже перебор, реально, но в любой шутке есть, скажем так, какой-то лимит, какой-то предел. Когда она еще смешно и актуально звучит. О боже мой, фан, бы ты нашел этого. Ты этого нашел! Типа шутка, она потом и шутка, что она должна быть в меру. Пока это там актуально и смешно, но сейчас уже реально перебор идет. А что-нибудь послабее можно? А, послабее нельзя, да, послабее не можно. Ну ладно. Не трогай его, нет! Ну, вот тут грешно не пошутить, что просто пробуравили Шмелкина, а. Ну тут прям, ну пробуравили, да.
Тут это актуальненько. Так, не скучайте, я пойду готовиться к вылазке в пустошь. Давай, Кролокс, удачной тебе вылазки. Смотри там, не помри. Пустошь — это опасное место на самом деле. Шмелкина пробуравили, да, да. К такому Смэш его не готовил, вот я тебе как скажу. К такому дерьму Смэш никогда не готовил. У нас просто нет таких, кто может этим там заниматься. Я мечом постоянно луплю. Мало, да? Да убей ж ты его уже наконец. О, отлично. До свидания. Ну что там делать, если не вылез, мне не понравилось. Да вот что-то я тоже смотрю на улицу. Ну, солнышко, да, но там жарко. Даже жарко и душно. Душно! А, ну у меня Гаплой еще живой. Гаплой. It's a Гаплой time. Делаем раз. Делаем два. Делаем три. Потом Гаплой делает 4 чай. И потом лечиться. Под дождь попало? Так у вас еще нормальная погода, тебе скажу. У нас опять жара намечается почти под тридцатку. А сколько сейчас градусов, кстати говоря? 28, да, под тридцатку реально. Вот даже несмотря прогноз погоды, просто по ощущениям. И дождем опять у нас не пахнет. Так, и так не бывает, да? Что ж такое-то, а? Ну, давай булкап. Булькап. Просто решил вернуться к тренировкам, чтобы не откинуться от сидячего образа жизни после вчерашнего, болят руки, сегодня попало под дождь и начались сопли. Зашибись. Хорошо, решила вернуться в активный образ жизни, как говорится. Знаешь, так, перфекто. Так, я надеюсь, осадили-то до конца не пробуравят, да, да? О, слушай, жива. Жива? Так, хорошо. Ну что, делаем бульк-ап. Еще один. Я, пожалуй, сзади там встану. Смотрим. 1900, вот так и там. Ответочка? Еще? Нет, все. Что-то все мало. Я смотрю, очень-очень мало я заряжаю. Так, ну давай, ладно, полечимся тогда. Так. Бишоп, лечи, лечи, еще раз лечи. А Гаплой, кстати, может еще подсобить разочек, да? Только вот так вот, чтобы атаку это не словить лицом. Смотрим. 1100. Сагири надо пробуравиться. Сагири всегда не только на передок. Боже. Я хотел вернуться к такому жизни еще в июне, но что-то как-то перестарал, что потом неделю ходил с ноющей спиной и руками. Но это с непривычки. У меня было ровно то же самое после волейбола, когда я с непривычки начал играть в него. Ну, да, раньше ты подготовишься, секунду. Забежишь, чтобы кто-то позвонил. Сейчас, ребят, сейчас я вернусь, секунду.
Здорово, прогеймер. Где твой перс? Пока что в экспедиции находится. Мы вчера тебе новый класс открыли. Ну и чё-то, пойду, хорошо посидеть, смешно пошутили, хорошего дня. Спасибо, Юль, тебе тоже спасибо, что была. Хорошего дня, хорошо, да, посидели. И удачки тебе сегодня. Играю тихо, сколько у тебя? 94 маны, мало, да? Значит, маны пока не буду тебя тратить. Вот так вот сделаю, наверное, да. Чуть мне хп так мало, 3396. Пусть Даргинго убьет. 1100. Нет, а, и он обоих опять, да? И в спину меня еще, зараза, а? Нехорошо. Надо тренировать С. Воу, Илюха, здорово. Такие люди. Как ты? Рассказывай, что у тебя нового хорошего? Так что да, вот такой, у меня было точно непривычно, у меня тоже первые там несколько дней, даже почти неделю все болело. Потому что до этого я волейбол несколько лет не играл, если не больше. И это было прям, да, очень-очень непривычно. Раз, два, понятно. Тогда сделаем вот так, наверное. Так. И вот так. Пошли опять бафы. Раз пошел баф. Два пошел баф. Так, да, и три пошел баф. Так вот. Потом чаек на Тимоху. Повторное лечение. Мега хилом можно, да, управиться? Ну, почти. Так. Смотрим. Так мало мы ему снимаем, а? Мне бы Трева на самом деле. А, Трев-то у меня умер же здесь точно, чтобы своровать у него экипировку. Она ему много дает. Кстати, своровать она может, да? Она же может своровать у меня. Она, гоплой. Не дотягивается, зараза. Ладно, потом сворует. Вдвоем. Хорошо. Хорошо. На работе. По классике, да. Давит с прививкой. То все-таки заставляю, да, делать. Хреново, на самом деле. Не есть это хорошо. Что давит с ней. Давай здесь сделаю вот так вот. Сайт атака. Хочу второго перса, мне балл некуда тратить. Так вноси их, ты чего, прогеймер? Испытание сообщества, вноси баллы канала на Blasphemous. Уже 30% набрали. Будет куда их тратить. Или отстранение, понятно все. Понятно. Ох, нифига, кстати, как получилось-то, а. 2500. Я надеюсь, ты не умрешь, Дрингова. Если мы справимся с тобой. Не надо, зачем? Ой-ой-ой-ой. Умирает Дрингова, да? Да. I'm happy. Mr. Happy. Схват атак. Допустим. Кританул. Дальше Габлой делает вот так вот. Так, и смотрим, что, чем я могу ему нанести. Столько так. А, товарищ Буканир. Вот так вот, да. Не сказать, что прям очень хорошо, но ладно. Так, ну и сейчас после этого я добью его. Ах, он потрём сразу же, неплохо. Не-не, не трогай, Асагири, умрёшь. Не делай этого. Ты нас всех погубишь. Сюда, ладно. Да нет, стоп. Со спины, сколько со спины? А, ну я почти убью, да, получается. Так. Хорошо.
Так. Все, супер. Асагири взял с собой. Надо было еще гаплой с собой брать. Кинул, спасибо, да. Сигнался сначала, если никогда не вернется в этот час, да. Испытание. Нева. Нева. Будьте Асагири запрещается теперь? В смысле? Каким образом ее запрещается трогать и где? Ух ты, нихрена себе. Неплохо так. Ау, уменьши количество символов. Нельзя, 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 Илья, уменьшить. Я не могу, да, 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 да. Асагири не будет кому-то, потому что по первой возможности, то это лже-Асагири. Памела нам сдалась. Интересно, Андерсон или просто Памела? Уф. Божечки. Да, эти элитные войска намного такие крепче, чем я ожидал. Намного сильнее. Да ладно, это ж отлично! Вот что я называю настоящей битвой. Правда, Зеро? Да. Я могу сразу еще дальше с ними. О, если у тебя такие большие разговоры, да, значит, ты можешь делать еще больше. Плип. Сэр Килия, пожалуйста, предоставьте этих ребят нам. А вы идите помогите выжившему. Ох, как. Отлично. Ух ты. Неужели я опоздал? Опа. Сэр Килия, позади вас. Ух ты, ё. Все, пошла драма. Серафима! Нет, прогеймер, второго перса пока нельзя. Мы еще не всем создали персонажей. Пока что нельзя. Тут одних ты персов не знаешь, куда использовать уже. Их и в экспедиции отправляешь, в мир предметов. Эф, да. Как и ожидалось, еще одна жертва. Все потому, что ты слаб. Все потому, что ты слаб. Кому перса? Пока, ну, те, кто выбрали себе перса, мы их уже создали. Там ожидают еще новых классов. В чем дело? А что здесь вообще, черт возьми, происходит? Бро! Кристо! Что-то не так с бро! Тёзка, злобная, сильная аура окружает Килию. Неужели кто-то просто атакует его? Нет. Судя по всему, это исходит из тела самого Килии. Опа. Ой-ой-ой-ой. Вы, ребятки. Все просто кучка трупов. Уф. Да ладно, еще одна битва сразу же. Вы чего, издеваетесь? 122 уровень. 847 тысяч HP. Ох, можешь вернуть про геймер балла? Да, могу, как только к компу подойду. С телефона нельзя вернуть. Охренеть! Ох, ежики зеленые сутулые. Ладно. Охренеть, как он изменился, да? Ну все, пошла жара. Непонятно, с кем. Дежавю. А, ну, кстати, урон не такой уж и сильный. А урон не такой же слабенький, как у моих у всех остальных. А, он еще? Ни хрена себе. Да вы издеваетесь, а. Слышите, музыка, я же такая дежавю. Имба, да. Где меч потерял? Сломал, походу. Да, можно реально и постоянно. Да ну нафиг, блин, а. Ну, короче, у него даже нет передышки. Он просто даже не дает врагам походить. Я почему-то так и подумал, поэтому я не стал тратить, ну, делать окончание хода. У меня было предположение, что, скорее всего, просто
А, ни хрена, как он перемещается. Смотрите, он даже, блин, не ходит, он телепортируется. Ну да, настоящий имба, блин. Но перемещается он, конечно, красиво, ничего не скажешь. Вот так и теряют друзей. Шуток много было, Сагири, шуток много было. Как же он быстро прокачивается еще дальше, блин, а? Ох, а я, кстати, даже не посмотрел на него. Афисбаена какая-то, блин. Что это вообще такое? Ю. Превращается, кстати, в красивый меч. Сейчас сделают виноватым вас. Вообще, да, все. Беспредел. Ну это прям вообще, ребят. В ответ будет что-нибудь? Нет. О. Ну, наверное, этого можно было ожидать. Вот такой битвы какой-то. Знаю, что у Кири там какая-то скрытая сила, которую он пытается не демонстрировать, да, а скрывать наоборот. Что где-то он, блин, выйдет из-под контроля. Миш, сейчас тоже да выпендриваешься, я тебе сказал. Слишком, ребят, в каждом, вообще во всем нужно знать черту, которую можно переходить, которую нельзя переходить. Вроде как взрослые люди, но вот не чувствуется порой этого местами. Черт возьми, а? Охренеть, что за сила такая, а? Он и вправду... Блин... Блин, бога-демон, короче говоря. Это не есть настоящая сила Килли? Да, походу. Сразу же голосок-то подсел, а. О, похоже, он вырос так же, как и я, и стал супер-пупер сильным. Ты правда так думаешь? Черт возьми, еще от него такую большую силу, злобу. Силу, блин, злобу. О, точно, Криста. Сначала надо позаботиться о Серафиме. Все они забыли уже. О, да, точно, точно. Еще бы. Нет, Миш, которую ты нарисовал, а? Боже мой, это безумие, бро. В таком случае, Void Dark не сможет тебе... Бро? В чем дело, бро? Свали отсюда. Ух ты, ё. Зеро! Что-то не так, Флип? Этот Килли ведет себя как совсем другой человек. Килли! Что это, блин, на тебя зашло? Ты... Ты не Килли. Кто ты? Я Оверлорд Тиран Киллидия. Тот, кто несет разрушение... Слабым. Согласно истории, падение крепости, на котором мы сражались, там было совершено одним огромным демоном. Блин, не успеваю, честно, прям собрать себя. Все больше преисподней начал присоединяться к повстанческой армии, чтобы не позволить Войдарку поработить их.
Холла, Карин. Thank you for the water. А меч важен. О нет, сэр Килия... У сэр Килия проблем, что же мне делать? В чем дело, сэра? Это на тебя не похоже. О, божечки, сэр Килия. Кого из них я должна сделать своим прислужником? О, выбери меня, Серафима. Я всегда сделаю тебя счастливой. Серафима, ты ведь знаешь, не так ли? Я могу исполнить все твои желания. Эй. Мы забыли добавить еще одного очень странного сюда. В следующий раз в любовных играх, эпизод 13. Двойной сэр Килия. Да, я знаю, что есть еще третья опция выбрать обоих сразу. Боже мой. О боже мой. О боже мой. Какой кошмар. Какой кошмар. Главный человек, да, не иконки. Есть такое дело, да. Посреди цветов трофей получен. Among the flowers. Who are you? Кто ты такой? Когда... Дайте мне передышку, блин, а хватит уже. Хватит. Я оверлорд тиран Келидия. Тот, кто несет разрушение его всем слабым. Оверлорд тиран Келидия? Не трогай их, не трогай их. Келия, неужели ты не узнаешь нас, Плип? Sorry, Карен, but I will finish this stream soon. About 5 minutes. What happened, bro? Ah, and he's wake. А, ну типа как на своем пути, да, на своем пробуждении или что-то такое, да. Не. Подожди. Когда в пробуждении, да, ну. При пробуждении, точно. Не weak, а wake. Я слово перепутал, не так прочитал. Да ничего, Илю, забей, у Миши это шиза открылась сюда. Эй, в чем дело, бро? Зеракен. Я думал, тебя сдуло отсюда. Да-да. Не парься насчет этого, но будь осторожна. Исчезни. Опа. А? Не трогай ее. Беги, маленькая Уса! Ух, ни хрена. Мне кажется, мы ему кулак сломали. Суперселенная! Оверлорд Тиран, да? Неплохо! So, have a good morning for you. Килия, я так хотел сразиться с тобой. И это прекрасная возможность для меня. Давай повеселимся, узнаем, кто из нас является сильнейшим оверлордом. Прямо здесь и сейчас. Да хватит, хватит. Ага. Пошел убивать. Глупец. Красный Магнус. Проваливай отсюда, маленькая Уса. Настоящее веселье только начинается. Но... Усалия, здесь становится слишком опасно. Давайте-ка отступим отсюда. Вы никуда отсюда не уйдете. О, быстрый. Она все время притворялась. Серафима, ты в порядке? Сэр Килия. Мне шиза открылась, когда поставила перед фактом прививки. Моя вторая половина захотела убить приказчика. Еп. I play it on bayonetом. Это вот not like. Серафима. Не подходите ему слишком близко. Это не Килия. Умри. Мы умрем вместе, сэр Килия. Флэшбэки.
Килия. Юф. Сэр Килия? Сэр Килия! Эпизод 13. Два Килии. Юф. So, how is bro doing? Эй, как там бро поживает? Он все еще не пришел в себя. Я думаю, что ему становится лучше. Но что нам делать, когда он восстановится? Если он снова спятит, что произойдет с нами? Ха, не переживай, малыш Систа. Если это произойдет, я остановлю его. И в этот раз, да, я не буду сдерживаться. Я выйду из этой битвы победителем. Киля, 300 рублей, 100 грамм. Я думаю, с сэром Килли все будет хорошо. Ну, наверное. Сэр Килли! Ты ведь Килли, правда? Простите меня, я... Да ладно, не переживай на этот счет. Хорошее представление. Ух, я рад, что он вернулся прошлым Киллией. Я переживал, что будет, если... Сэр Килли, ты можешь объяснить, что произошло? Что ж, раз это произошло, то мне нет смысла скрывать больше это от вас. Есть кое-что, что скрывается внутри меня, и то, что я не могу контролировать, чем я не могу управлять. Это уничтожающий импульс, который вырвался из меня, который называется тираном-оверлордом. Разрушительный импульс? Да. Это... сильное желание уничтожить все. До этого дня я пытался как-то подавлять свою истинную сущность каждый день, даже когда я сплю, или даже сейчас, но я исчерпал свои пределы. Так вот почему ты постоянно кушаешь. Потому что это помогало тебе сопротивляться своим внутренним разрушительным импульсам. Да. Эта штука требует очень много еды. Очень много калорий. Но я не могу постоянно пользоваться этим дешевым трюком, чтобы сопротивляться. Потому что в следующий раз, скорее всего, оно возьмет верх надо мной, я не смогу. Нет, это на тебя не похоже. Не похоже, чтобы на Килию, который... бы пытался как-то отмазаться такими, ну, такими слабостями. Правильно, ребятки? Думаю, да. Ты ведь являешься лидером повстанческой армии, Килли. Ты нам нужен сильным. Если есть что-то, что мы можем для тебя сделать, пожалуйста, скажи нам. Это приказ. Брош, если ты не можешь управлять сам собой, не переживай. Я остановлю тебя. Даже такой ребенок, как Усалия, да, прошел через многие испытания. Я уверен, ты справишься, Килли. Уверен, что ты со всем этим справишься. Гохан, I like the game. Bayonetta or this guy of 5? I have a question about you. What's the question, Карен? Гош, пора открывать question and answer рубрику. Да-да. You guys... Вы, ребятки, I'm sorry. Простите, да. I'll make sure to withstand this somehow. Я постараюсь как-то с этим разобраться. That's the spirit. Вот этот дух! А теперь время идти, бро! I'll hold it back. Я буду сдерживать это. По крайней мере, до тех пор, пока я не смогу победить Войда и получить свою месть. Юф! Let me think about this question for the another stream, if you don't mind. I will trying to answer you on the next stream. Так, мы получили еще части, да? Опа. Так. Преисподняя. Квест. Допустим.
О, бог с новой головой тебя. Спасибо большое. Спасибо, Илюх, спасибо. Давайте, ребятки, наверное, сохранюсь, пойду отдохну. Немножко подустал за этот стрим. Вот, думаю, наверное, перерыв сделал на пару часиков. Сегодня не будет 3 стрима. Думаю, сегодня будет, наверное, 2 стрима. И следующий стрим, возможно, будет по Medieval. Попробуем за сегодня добыть тоже платину. Спасибо большое, Люк, за 5 битцов. Спасибо, очень приятно. Твои дублончики не будут забыты. Вот, думаю, на пару часиков, да, мы с вами перерывчик сделаем. Что-нибудь обдумаю, просто посижу, перекушу, дела поделаю. И, ну, скорее всего, Medieval, если там я не разрабатываю. Вот, Крин. I am finishing the stream right now. So, yeah, давайте подготовимся к рейду. Yep, I think I take a break about 2 hours. Maybe less, maybe more. I don't think. I don't sure about it. I don't know. Погнали к Даше, наверное, да? Даша там что, у нас Darkest Dungeon стример же, да? Погнали, 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 отправлюсь к ней. Вот, сам, наверное, сейчас не буду на стриме сидеть, поэтому передайте от меня привет большой, сказать, что мне надо просто отдохнуть немножко от Твича. А потом с вами увидимся, думаю. Всем спасибо большое, что были тоже на стриме. Сейчас только к компа доберусь, блин. Дуншура, а ям Ашура, да. Ашура в раз. Прикольно, кстати, игруха. Бандей молодцы, когда ее выпустили. Жалко, только продолжения никого не было. Но игра интересная была. Так что, да, ребят, еще раз всем спасибо. И на всякий случай, всем заранее хорошего дня. Если сегодня стрима еще одного не будет, ну, там, решим.